Привет, друзья! Рад видеть вас снова. Начинаем трансляцию. Сейчас быстренько все проверю, чтобы все хорошо работало, чтобы не Все было у вас проверю, чтобы никаких. все хорошо работало, чтобы Ко не все было у вас проверю, чтобы никаких. все хорошо работало, Yes. чтобы Ко все мне было у вас проверю, чтобы никаких. все хорошо работало, Yes. чтобы Ко не мне все было у вас проверю, чтобы никаких. все хорошо работало, Yes. чтобы Ко не мне все было у вас проверю, чтобы никаких. все хорошо работало, Yes. чтобы Ко не мне все было у вас проверю, чтобы никаких. все хорошо работало, Yes. чтобы Ко не мне все. Так. Так. Заглючило чуть-чуть. Так. Заглючило чуть-чуть. Окей. Здесь идет. Все супер. Отлично. Тогда, думаю, можем начинать. Как ваше настроение, друзья? Напишите в чатике, обозначьте, здесь вы не здесь, чтобы я мог вас видеть, слышать и общаться с вами. Очень хочу пообщаться с вами сегодня. Очень интересно, работает ли у меня чатик в TikTok сегодня. Давайте посмотрим. Так. Но опять не работает. Да что ты будешь делать? Я уже все поправил, все исправил, и все равно не работает. Ну, очень странно. Ладно. Давайте. Буду разбираться дальше. Друзья, блин, кто-нибудь из моих админ группы есть? Напишите, пожалуйста, в ТикТоке, что браузер не работает, чат, технические неполадки. Я попытаюсь ваше сообщение закрепить. Вот что буду отвечать на сообщение голоса. Так, Лим, Артем Литвинов, Эферон, Нонейм, Джава, Виктор Сенжик. Всем привет большой. Вижу вас. Что там плохо, Нонейм? Что случилось? Ты про чат в ТикТоке или про что? Может, я упустил? Контрольная по физике, и она трудная. Физика вообще очень классный и интересный для меня предмет. Мне он очень легок. Так, давайте напишу сразу, ребят, как меня добавлять в друзья. Попробуем мы это дело закрепить, чтобы никто. Элефон, здорово! На Твиче вижу, Элефон появился. Рад видеть тебя. Сейчас тоже там закреплю сообщение для добавления в друзья. Супер. Все. Ну что, друзья, давайте посмотрим, что у нас там в игре происходит. Сейчас, сыночек, сейчас, секунду, пожалуйста. Здесь сейчас включу, чтобы я видел, что трансляция идет быстренько. Почему я не вижу? Странно. Да. Бикош, привет, молодой Грувер, привет. Супер Макс даже появился. Супер. Матан, здорово. Всем привет, ребят. Сейчас одну секунду пытаюсь включить свой же стрим здесь на ноутбуке, чтобы видеть, как все проходит, все ли хорошо. Давайте попробую сейчас, наверное. Да. И победа. Включил один. И давай вот здесь включим, чтобы посмотреть. Вот, в эфире. Да. Так, Виктор сердечек мне накидал. Спасибо большое тебе, Вить. Java нет ТикТока. У кого-то, может, есть еще. Java, спроси у админ группы.
Дима, Лесь, привет, помню тебя, очень хорошо помню. Давайте сразу озвучу, ребят, правила, или даже, наверное, напишу их. В ТикТоке, ребят, кто-то, если может, зайдите, пожалуйста, я попробую ваше сообщение закрепить. А, я не могу закрепить в любом случае. Что ж теперь делать-то? Ну ладно, напишу в Ютубе хотя бы. Киньте кто-нибудь мне, пожалуйста, ребят, в личных сообщениях написанный текст из админов, правила добавления в группу. Играем так. Рандом наберу трех человек в группу. Если есть... Рейтинг включил. Если есть донат или подарочки какие-то, то вы получаете внеочередное место в пати. Вы не ждете, пока вам улыбнется удача. Вот, поэтому можете сейчас кидать уже запросики. Давайте приму всех в друзья, кто кидал запросы. Вот тут вижу 5 человек, чтобы у всех были шансы попасть. И набираю первую пати. Сейчас просто вот рандомно с первого сейчас запроса, который прилетает. Давайте отсчитаю это пару минут, чтобы у вас задержечка вся прошла, чтобы не было обидно никому. Минуту. Даю минуту, вот на таймере поставил, сейчас зажужжит, и я буду принимать в группу. Так, друзья, если вас нет еще в Дискорде, залетайте. Всех жду там, чтобы мы с вами могли дальше общаться. Виктор Сенджик, Леша. Да, я помню, у тебя вообще здесь один никнейм в Ютубе, в игре второй, и на самом деле тебя зовут Леша, ты третье имя. Тим, привет. Жижа, здоров. Жижа 106. Все, да? Нет? 6 секунд, 5 секунд, 4, 3, 2, 1. Все, время вышло. Давайте, принимаю сразу. Юра Водила. Артем 3939. И еще один запросик, друзья, давайте. И Зерос, кучу семерок. Так, Юра Водила, я ж тебя принял уже. Вот, не успел, Java, не успел. А, подождите, стоп. Кого я последний? Зерос добавил последний. Зерос, сорян, я тебя пока исключу. На следующей пати попробую попасть. Потому что у нас же есть одно зафиксированное место. Java мне отправил подарочек. Между стримами подарочки тоже считаются. Я их тоже себе фиксирую. Java мне отправил подарочек, поэтому у него сейчас уже, считайте, застолблено место за ним в пати. Так что, Java, кидай. Кидай. Что у нас там в чатике происходит? Скорее всего, ноунейм, скорее всего, обратили внимание, но много кто играет с телефонов, поэтому, ну, меня это, например, не парит, если ты это делаешь круто. Так, Java сейчас вот так вот. Yes. Все. Рейтинговая игра включена. Выключить рейтинговую игру, бои отрядов. Погнали. Нажимаем готово и пойдем поиграем. No name. Что наверное, ты был, да, в пати сейчас у меня, я тебя исключил из пати. Просто тебя последним взял, но я забыл, что Java прислал подарочек, но этот подарочек есть в сегодняшнем видео. Поэтому он за собой застолбил уже сразу место на следующий стрим в игре. У вас также, если вы не на стриме там какие-то подарочки или донаты присылаете, то за вами тоже будет место зафиксировано, ребят. Не переживайте на этот счет. Сейчас я открою сразу здесь, чтобы видеть все. Гений комнаты спрашивает в ТикТоке, буду ли я играть через 3 часа. Ответ, возможно, да. Возможно, стрим еще к этому времени не закончится, поэтому если ты должен уйти куда-то и потом хочешь вернуться, то у тебя будет все шансы поиграть. Мрек, привет.
Виктор Сенджик, Дискорд, написан в шапочке профиля на Ютубе, в ТикТоке, в Твиче, везде он есть. Просто по ссылке переходите и ныряете на канал. Там уже очень много интересного. Наша команда разработчиков очень продуктивно поработала, уже над ним много чего добавила интересного. И в субботу, друзья, вам всем будет необходимо быть в Дискорде, поэтому не оттягивайте, не откладывайте. В субботу будет стрим с розыгрышем. Субботу я вообще не провожу обычно стримы, но на эту субботу вот решил, так как вы мне присылаете подарочки, решил вам тоже сделать. ТикТок, мой любимый, хороший, пожалуйста, расшарь трансляцию. Друзья, раскидайте своим корефанчикам, подписчикам трансляцию, чтобы нас было больше. Помогите мне немножко быстрее канал раскачать. Кстати, если кто-то не в курсе, то сегодня месяц и неделя, как был создан канал. В ТикТоке так вообще еще через 5 дней только будет... Ой, 2 месяца и неделя. В ТикТоке будет 2 месяца через 5 дней, как создан ТикТок аккаунт. Вообще, пока лечу, расскажу вам. Я, если что, Дима, мой ник Brother2S, я закрепил на Твиче и в Ютубе. В ТикТоке, блин, писать до сих пор не могу. Не могу пока понять, в чем проблема. Уже... 3 или 4 раза менял разные настройки, но проверить это могу только на трансляции. Вот как трансляция начинается, все равно нифига не работает. Короче, друзья, у меня 2 канала на YouTube и в ТикТоке, которые посвящены фарму опыта. И там вы можете найти для себя много интересного. Можете... Не строится здесь, интересно. Кто там стрельнул? Мне кто-то стрельнул, что ли? Я не пойму. А, вот. Да блин, я упрыгал. Трусиха! Да блин, давай. Убили его. Я сейчас его догоню. У меня 5 патронов. Как думаете, справлюсь? Уже не 5. Серьезно, куда он удрал? Ах ты, зараза, эмоцию купил себе скоростную, походу. Уже кого-то возрождают. Да, подождите, ребят, я же занят, вы же видите. Да, Мурзик, что? Ничего не слипнется у тебя? Давай, не будешь на стриме, хорошо? Меня немножко отвлекает так сильно. Чё там, кто-то есть, ребят, или что? Так, как будто вы там с кем-то деретесь. Димон, можно я в следующей катке? Тимоха, конечно. Вот здесь за домом, ребят. Еще вон там. Поднимается наверх, по-моему.
Надо его добить. Воскресите пока Джаву, пожалуйста, ребят. От зараза. Опять белый-белый, ребят. Где ты, засранец? Что, он вниз спустился, да? Вон он. Все, вопрос решен, ребят. Эй! Тёма, ты чё забираешь все патроны? Жулик. Так, друзья, если я вдруг туплю и не отвечаю вам на ваши вопросы в сообщениях, не думайте, что я вас игнорирую, пожалуйста. Я просто могу в этот момент быть в игре увлеченным и не видеть. Я потом постараюсь все прочитать и ответить. Сейчас, возможно, мне даже кто-то из моих верных товарищей поможет с этим, чтобы немножко оптимизирован был у нас чатик. Пожалуйста, не отвлекай, зайчика, хорошо? Турельку возьмите, кому надо. Ну что, ребят, погнали дальше или что делаем? Тут скучно стало. Не люблю, когда так делают. Не делайте, пожалуйста, так. Не откидывайте меня. Я же не просил этого. Не, мне не нужна рука. Не люблю ее. Схрумкал. Все, погнали дальше. В зону и... искать нехороших людей. Кто-то тут откинул волшебный камень. Явно он это сделал не просто так. Я вижу все, ребят. Привет. С чего играешь? Я играю с компа. У меня, по-моему, же вроде... Да, смотрите, возле ника слева на экране написано, кто с чего играет. Вот у нас Юра Водила играет с плойки. А я играю с компа. Пойдем к этой. Попробуем. Ё-моё, не зацепился. Где тут? Вот тут. Кто там? Блин, Юрчик, ты чё? А, точнее, ты не Юра, ты же... Как тебя зовут? Сейчас посмотрю. Дима. Юра Водила на самом деле Дима. Хреново я строюсь, но... Уж обессудь. Друзья, я не могу, к сожалению, вообще у себя в чате писать. У меня блокировка какая-то стоит. Я не знаю, почему. Когда появилась вот эта вот штука, что можно стать спонсором канала, какая-то лажа произошла, и я теперь не могу ничего... Подожди, стоп. Это я написал или нет? Не может такого быть. А ну, сейчас проверю. Нет, не пишу. Ну, не получается. Слушайте, я попробую, знаете, как сделать? Сейчас в ТикТоке к себе зайти на телефоне и написать. Если я вообще могу здесь на свой стрим как-то попасть в ТикТоке. Могу я это сделать? Как, кто знает?
Так, live. Е, можно, супер. Тогда сейчас здесь напишу. Так, что там просили написать? Мой ник, да? Круто. Секунду, ребят, сейчас. Надеюсь, мы там не сдохнемся, пока я тут пишу. Классная идея. Посетила, видите? И... Так, а я не могу закрепить. Закрепить не могу, что ли? Не понимаю. Ладно. Наверное, не могу. Алло. Ориентацию поменять тут на горизонтальную можно? Короче, ладно, все, пофиг. А, главное, что смог написать. Только я что-то не вижу. Почему-то тут вообще некоторые комментарии скрыты. Короче, разберусь потом, друзья, иначе сейчас придется на это потратить много времени. Вот, поэтому без обид, если вдруг я там не ответил. Окей, погнали дальше. А то уже зона вон скоро нас кусать начнет. Вы меня не бросили. Команда, вы крутые. Еще появилось, давай посмотрим. Прицельно. Если кто увидит автомат из этого сезончика, который с прицельчиком, скажите, хорошо, ребят? Так. Меня не слышно в игре. Я тут разговариваю. Ну, конечно, у меня тут, я, когда мы делали карту, режим включил. Как вам такое, друзья? Теперь вы меня слышите? А то у нас немая игра, получается, была какая-то, да? Друзья, давайте соберемся вместе. Чувак в зону приземлился. Походу за лутом за своим пошел. Погнали в следующую зону. Что-то говорит, стрим завис. Ох, не знаю, что он завис. Вроде бы идет, вон смотрю. Конечно, с задержкой, но идет. С небольшой задержкой, где-то секунд 8. Слюрпики возьмем, ребят. Привет, Айдун, привет. И Кайф, Тимофей, здорово. Андрюха. Артем Литвинов, привет. Да, ты заходил к нам на карту, но был заперт. Вот Артем Литвинов пишет. Ребят, еще раз повторю для всех. Я не играю в творческом режиме. Если я в творческом режиме, значит я... Смотри, а. Ай-яй-яй, с ппхи меня вольнуло. Что вы здесь в боксе есть? На нас прям вот. А, их двое. Да, прикольно. Тут две пати было, получается, да? Ты присядь, Дим. Присядь, тогда он, они тебя видеть не будут где-то. У них визуализация по-любому включена.
турельку возьми внизу и поставь им. Походу, что не слышу. Ладно. Ладно. Пойдем следующую пати набирать. Друзья, сейчас буду набирать следующую пати на следующую каточку. Пожалуйста, друзья, у вас... Так, что-то такое у меня. Я знаю. Супер Макс прислал мне подарочек. Это мой младший сын. Господи, Максим, ты потратишь все свои V-баксы. У тебя на боевой пропуск не останется, друг мой. Ну, блин, он так хочет поиграть, что ему присылает подарочки. Сынок. Спасибо, зайка. Иди сюда. Мой зайка. Все, Супер Макс купил себе место в следующей каточке. Вот жука. Спасибо, ребят, за игру. Сейчас беру Супер Макса, потом беру сразу следующих в пати. Так почему меня не слышно в игре? Я же включил уже микрофон. Серьезно, меня до сих пор не слышно в игре? Все включено. Странно. Супер Макс, кидай. Майс, ты будешь сейчас играть? Ми Венди написал, какой у вас прекрасный сын. Спасибо большое. Только давай на ты, хорошо? Так проще значительно будет. Супер Макс, ты кидаешь запрос или нет? Мне ждать тебя? Нет? А, ну все. Тогда беру сейчас, ребят, сразу троих подряд. Пока больше не было ни от кого донатиков. Вот. KW... Не буду читать твой ник, дружище. Не знаю, зачем ты себя так назвал. Все, добавил троих. Оливер. Привет. KW1ZBY. Можешь написать или сказать, как тебя зовут, пожалуйста. Я тебя подписал. Тимоха, здорово. Тимофей. А, подожди. Так, кого я последнего добавил, ребят? Кто помнит? Оливер, по-моему, тебя последнего добавил. Сорян, Тимоха же присылал донат. Я опять туплю, короче, ребят. Сорян. Оливер, тебя исключаю пока, извини. Тимофей про 28. Ты же прислал донатик, а я тебя, видишь, проигнорил. Кидай еще раз, пожалуйста. Надо мне фиксировать. Мне нужно кто-то на ухе, кто будет помогать, друзья. Квартикс осуждаю, пишет. Простите, ребят, ну реально, я чуть-чуть... Сегодня в каком-то туманчике таком, немножко в каком-то состоянии странном. Так. Так, ник в чате появился, ребят, да? Я потому что у себя не вижу. Кто это? Ну, Дим. Тимох, я добавил. Ты не на трансляции, наверное, да? Я сейчас добавил ребят в пати. Я добавил. Ой-ой-ой, выключи звук. Здорово, Дим. Здоров. Тимофей, я добавил тебя сейчас, потому что сразу завтыкал, что ты мне донатик отправил. Так у тебя дублируется звук. У меня не дублируется, я выключил. А, это KW1ZBY, да? Скажи, как тебя зовут? Не-не-не, у меня выключил. Нет, у меня это, наверное. У кого? Только не называй вслух свой, вот этот вот ник, который... Да, я понял. У меня никнейм вообще на эпике Помидор. Как тебя зовут, скажи? Артём. Давай будешь Артёмом, хорошо? Хорошо. Зачем так себя называть? Меня это прям расстраивает, ребят. Вы же себя не уважаете. Блин. Так. И, Тём, Тимох, ждем тебя. KW1ZBY. Как зовут тебя? Скажи, пожалуйста. Он кстати, в чате писал. Я писал в чате, да. А, окей. Окей, сейчас посмотрю. Так. Я хочу подарить тебе подарок, но я не могу, потому что у меня включена двухфакторная, но у меня все равно показывает, что она не включена. Странно. Ну, надо попробовать еще раз. Проказничек, привет. Надо попробовать еще раз включить. Может, с тобой как-нибудь после стрима. Да, после стрима я хотел. Угу.
Ми Венди, какой у вас прекрасный сын. Это было? Да, я попросил на ты. Точно. А.М. Шахрат, привет, Шахратик. Я так не могу, я привык к старшим на вы обращаться. Не, смотри, можешь к старшим на вы обращаться, но мы здесь все вместе, неважно какой возраст, занимаемся одним и тем же делом. И, ну, я не считаю, что мы чем-то отличаемся. Хоть 70 лет вот есть, видел дедочек, стримит. Реально лет 70 такой, забавный. Играет в игры? ZXC9GIT. Можно ли в друзья? Да, друзья, можно в друзья. Вы же мне друзья. Давайте так. Мой ник я писал, кстати, здесь в чате. Вот тут вот. Я его так и не увидел. То есть я от себя сообщение здесь не увидел. Я его написал через телефон. И это очень странно. Его видно. Ну, а мне нет, прикинь. То есть я в чате, вот, которая именно в Live Studio, вот этой тиктоковской, которая отдельное приложение для трансляции, я своего коммента не вижу. Это что-то странное. Ну, разберусь позже. Так. Димон, стой. А ладно, Quartic Play, привет, можно ли с вами? Да, я каждую каточку набираю новое пати. Кто хочет вне очереди в пати попасть, друзья, это либо за донат, либо за подарок за какой-то. Куда летим? Го в новый, ну или сюда, или куда-нибудь. Да. Пати в новый. Да. Давайте, я не против. Друзья, кто сейчас присоединился первый раз к трансляции и первый раз меня видит, давайте познакомимся. Меня зовут Дима, ник мой Brother 2S, и у меня каналы на YouTube, в ТикТоке по фарму опыта. Ну, сейчас мы немножко расширяю границы, планирую еще добавлять контент другого характера, но тоже по игре Fortnite пока что. Залетайте, обязательно подписывайтесь, оставьте свой лайк по трансляции, если вам не сложно. Там куча разных возможностей у вас есть меня поддержать, все в описании, можно также сделать подписочку, стать спонсором. Ой-ой-ой, неожиданно. Дим, и я, да, в Ютубе Кляп Тимофей. Что в Ютубе? Вот ты говорил, привет, и Кляп Тимофей, это я. А, да-да-да. Так, тоже. Ну, я просто сразу ник читаю и говорю, так проще мне. Понимаешь, где эта почка? А, там челик. Вон там, вот я увижу, он там вот. Рядом с вами. Вот еще один. Блин. Ай-яй-яй. Вон там челик, я его сейчас... Очень меня опасно. Нокнули, потому что у меня патроны на дробаш закончились. Тут два типа еще. Два типа охраняют своего третьего. Ну, а я там, блин, один вообще совсем был, да? И не успел даже налутиться, ребят, вообще. Я троих челиков тут нокнул. Все, троих, минус три. Так, сейчас. Я нифига не успел сделать, что я пока не разобрался. Пошли резко делал. Все, я убил. Ребят, мой ник зафиксирован на YouTube в закрепленных сообщениях. Витя, это для тебя. Помогите, что-то. Пожалуйста, я их тут много кого нокнул. Я тоже. Да, он сейчас резает, внутри в хранилище резает. Да, тут резают чепа, пожалуйста, типа, пожалуйста, тут соло тип. Он кинул гранату, он если что ее взорвет. Пожалуйста, все, забей, тут возродили уже. Тут три чела, или два, я не вижу. Три чела там в хранилище лежит. Хорош. Там еще один белый есть, если не захилялся. Вот этот белый вроде бы. Что происходит? Пожалуйста. Ладно. А где Тимофей вообще там где-то? Я троих челиков нокнул.
Мистер Эк, если ты кирку отправишь, смогу ли я сделать ее основной? У меня уже есть основная кирка, поэтому я не думаю, что нужно это делать. Если честно, если хочется что-то вот такое вот дорогое, да, то лучше немножко подсобирай и позже там отправишь какой-нибудь скинчик лучше, потому что у меня со скинами проблема. Кирка у меня отжигает сердечки, когда я ей бью. Я просто не могу налюбоваться. Это так мило. Убивать, когда сердечки отжигает. Кортикс, что ты там все осуждаешь? Так. Рейс не в фургоне пока что. То есть ты снова пойдешь на челиков, ты сдохнешь сразу. Ты кому? Тимофею про. А, там. Да. Я не пойду в соло на челиков. Я говорю, иди в это рез в фургоне. Там что-то карту забрали. А, подожди. Ты без карты еще Ярика. А где его карта? А, его карта там. Ну хорошо, и я... Другие пошли ресы своих. Да-да-да. Там ресы, поэтому лучше, наверное, не надо. Пусть он тогда заберет карты и пойдет в другое место, да, то да, да, сейчас да. Соло не затащит, да, правильно, думаю. Правильно, правильно, верно. Тимок, давай, все надежда на тебя, ты справишься. Я тебе верю. Тикток, M-Games... Там никого вроде. M-Game скинул два подарка. Подожди, в ТикТоке два подарка кинул ты? Друзья, подарки в игре Fortnite, донаты — это одно. Они дают право вам на внеочередное попадание в пати. Подарки в ТикТоке, ну, они должны быть... Ну, давайте так определим, чтобы хотя бы было действительно близко хотя бы. То хотя бы это за 99 там, или 100 этих монеток. Потому что по одной монеточке подарочки... Но это ни о чем, друзья. Ну, в смысле, не дает права на место в пати. Вот именно об этом я сейчас. Вот, и мне приятно любой подарок абсолютно, который присылаете. Но просто поймите, я не могу делать исключения из-за того, что вы прислали подарочек или два подарочка по одной монеточке. Вон, видел? Почечил. Видел. А, понятно. Да, лучше убегай. Вали. Убегай, вот цикле, убегай, да. Просто в другую зону, где есть это. Давай я тебе поставлю сейчас. Тимофей, после имени Тимофея у тебя, ну, не ассоциируется это слово с тобой. Фух, двух, все, уже конец. Все-таки ушел. Да. Я тебе меточку розовую поставил, потому что... Я там... уже думал, нормально не поиграю с тобой. Господи, как громко у тебя. Да, у меня громкая. А ты можешь тише сделать, пожалуйста, чувствительность убрать или как-то... Вот так нормально? Нет, очень... Более-менее. Ну так, тише стало немножко. Это не Ярик, это Артём, да? Короче, они тебя тут со всех сторон, да? Зажали, да. Опять команды. А можно еще раз с тобой сыграть или нет уже? Нет, ребят, на стриме играю только один раз со всеми. Играю два раза только с теми, кто присылает либо крупный донат, либо скин в подарок. То есть что-то такое существенное. Это исключение из правил. То есть, а так по одному, чтобы всем хватило возможности. Так, давайте. Пока донатов не было, принимаю раз. Так, принимаю два. И Кортикса не успел нажать. Кортикс Q не успел тебя нажать, просто навтыкал. Давай еще разочек. Первого я отвлекся. Так, друзей два прочекаю сейчас. Есть? Я только что еще кого-то принимал. Ну ладно, не принялся, тогда вот. Давай вот так. Мил. Не получилось. Видишь, уже полная пати. Давай на следующий попробую.
Какой у тебя скин зачетный, Кортикс, просто огонь. Угу, спасибо. Ты знаешь, у нас с тобой задание на Мухомора? Так это другой же аккаунт уже. Так, у меня на другом аккаунте уже. На этом тоже есть? Я шустрый. Шустрый. Ладно. Как ты умудряешься уже сразу такие скины, чтобы на аккаунте были вообще? У меня, ребят, вот мой шкафчик, просто нищебродский, смотрите. Все, что было в прошлом сезоне, все, что было в этом сезоне, и три скина, которые мне подарили на стримах. Вот так вот. Давай вот этот найдем. Обожаю этот скин. А то выгляжу как нуб. Что? А, это у эмоции? Сейчас, смотри. Нет, не она. Где она? А что это? Ты мой шкафчик видел. О, у меня не было этой эмоции. Тебе ее подарили. Наверное, мне подарили, но мне не пришло уведомление о подарке. У меня такое бывает, что вообще на следующий день аж приходит уведомление. Ну, будет, значит, сразу, если это подарок действительно от кого-то, если это не за выполнение каких-то заданий. Вот, это Супер Макс мне подарил. Класс. Так. Посмотрим. Что у нас тут есть? Фундук, не спамь, пожалуйста. Я вижу Гамбит, Годзилла. Прилетел донатик. Можно еще раз сыграть? КВ1ЗБY прислал донат. Спрашивает, можно ли еще раз сыграть. Ты уже один раз играл, да? Тогда тебе надо чуть постараться, чтобы еще второй раз сыграть на стриме. Это должно быть что-то выдающееся. Так, мои хорошие, давай почитаю пока чатик ваш. Витя уже защитил, молодец, написал не спамить. Кортикс тоже не спам пишет. Я же всех принял уже вроде, друзья, ребят. Все, кто отсылал заявочку. Все, все заявки принял. Стараюсь каждый раз, когда выхожу в лобби, не забывать об этом. МР Эгг. Да, про кирку мы с тобой говорили. Скин! Ты можешь мне подарить скин? Скин? Я очень хочу скин. Серьезно? Так, куда ныряем, друзья? А, вижу. Все. Я очень хочу скин. Вот зайдем сейчас в магазинчик, посмотрим, что... Блин. Это ты мне кинул, да, подарок эмоцию, танец этот? Блин, ты написал, что можешь скин подарить. Я уже все, я поздно прочитал и уже, короче, расстроился. Я записываю каждый день новый видосик по фарму опыта, и у меня совсем грустно со скинами. Хочется каждый раз как-то менять что-то, чтобы они были разноплановые. А менять не на что. Что за чинок? Да, я тебя могу... В следующей пати тогда возьму, хорошо? В следующей пати возьму тогда тебя. Как? Щедро. Так, а вы уже туда прям в самое пекло побежали, да, ребят? Давайте. Пойдемте в самом начале в хранилище. Прям сейчас, а то все заберут. Иду к вам, ребят.
мне зря лезть. Хочу кинуть гранату, не в кого. Друзья, а вы где все остальные? Внизу. А, вы уже в хранилище, что ли? Хранилище. Пути собрались выходить, если что, я тут стою, вот. Ой, блин. Короче, не прикольно. Дурацкие гранаты, ими можно и себя тоже поранить хорошо так. Надо их вдаль кидать. Так, что у нас? Мрэк, твой подарочек, да, пишешь? Ну, твой так твой, что я могу сделать? Давай тогда следующую каточку возьму тебя, раз твой подарочек. Хотел сесть. Поехали. Или пойдем так? Не, поедем. А уже вон кортикс убежал. Пойдем, побегаем чуть-чуть, немножко. Левее только. Ладно. Поищем сейчас. Можем слюрпиков там взять, если они еще там есть. Бандочка, привет! Очень громко что? Пишет, подарки все любят, очень громко. Не знаю, что ты имеешь в виду, что очень громко звук. Ну, если у тебя очень крутые наушники или очень классные колонки, потому что звук абсолютно на стандартных настроечках. Иван, привет! Так. Денис спрашивает, подарить скин? Я буду просто счастлив. Прям два раза подряд с тобой поиграю на стриме, если ты подаришь скин.
А я, кстати, так и не... А, я еще каточки не закончил. Как катка выйдет, зайду в магазинчик, посмотрю, что там появилось. Сегодня новый магазин обновился. Я, блин, так хотел печенюху с кукурузой с прошлого комплекта в магазине. Их уже нет. Печенюха вообще... Да, огонь. Я тоже хотел. Очень-очень крутые. Еще были классные скины. Эйфория, по-моему, назывались. Женский и мужской. Женский такой был белый, по-моему, а мужской был цветной. Двенадцать, одинаково. Ладно. Папа. Еще вместо их взяли ты. Вон там типочки есть, ребят. Папа, когда ты играешь, я мешал, будешь со мной играть. О, я не понимаю, почему мы так разделились, ребят. У нас разброс большой. А, это мы от вас уехали на машине, получается, да? Негодяи. Я уже босса убил. Молодец. Все ресурсы потратил. Вы видите, какая кирка? Классная. Это мне подарил боевой кетчуп. Артём Визард. Стой. Не открывайте синий. Дайте открыть мне. У меня какое-то задание было на открытие этих. Именно редких сундуков. Ну стой, блин, говорю, не открывай. Все, берите, что вам надо. Что-то не засчиталось. Либо мало еще. Большой банки не вижу. О, баллон возьму лучше. Меч. Босса убил. Кстати, у меня задание есть. Босса надо завалить. Помочь, точнее, завалить босса. Я должен был в него хотя бы один раз стрельнуть. Надо будет, если доберемся до другой локации, где есть босс, не торопиться вам. Хорошо, ребят. Он просто мечом убил. Так, не вижу. А, вон вижу. Вот тут, ребят. Иду, обхожу сзади. Убил. А зоны это не шутки уже. Успеем? Меня снайпают? Не. Лечу. Меня пытаются снайпнуть, ребят. Типочек находится. Вот там. Лечу. Ага, промазал. Чуть не нужно мне. Вот, вот здесь вот прям. Ой, 4 хп, ой, ой. Ё-моё, всё-таки попал, ты посмотри. Зараза такая. Я убегу на время. Ребят, погнали в зону, потому что это сейчас будет бесконечная у нас борьба. Б.
пицца, ура! Я его белым сделал уже совсем. Что там прилетело такое интересное? Простите, я не могу, у меня 4 хп. Что-то я не увидел. Слюрпик нужен. Ребят, если кто видел, от кого прилетел подарочек? Да блин. Капец, короче, меня... Сейчас найду хилку, помогу. Это мемчик прилетел. Спасибо большое за мем, друзья. Класс. Спасибо, очень круто. Кортикс, ты как оказался так далеко от нас, братан? Да у меня хилки не было, я побежал. Ну, у меня тоже не было, но я защищал своих. У меня вообще 4 хп. Правда, я умер. Это печально. У кого-то есть хилка? Егор, SPM Games. Мне тебя не видно в лобби. А, ты в друзьях у меня? Должно быть видно. Ваня там что-то очень много всего написал. Давай почитаем, что ты, Ваня, пишешь. Подарочки, пандочки писал, подарочки все любят. Да, это очень реально приятно, когда подарочки дарят. Ваня Ткачук, привет, помнишь меня? Да, конечно, Вань, помню. Мы с тобой уже, помню, на одном стриме играли. Да, я был без вебки, а ты надолго пропал, друг мой. Я уже 2 или 3 недели с вебкой. Так, услышал звон монет, это значит, сейчас что-то будет. Смотрим. Пандочка спрашивает, сколько у меня скинов. У меня скины с прошлого сезона, все, которые были в боевом пропуске, и с этого сезона, которые были в боевом пропуске, пусть плюс убивашка, которая сейчас, хот-дог и инопланетянин. Это 3 скина, которые мне подарили на стримах. Все, больше ничего нет. Я играю с прошлого сезона, с июля, с середины июля. Боже. Что там? Ваня помнит, как заняли топ-1. Да. Вы сказали. Мы вместе сейчас займем. Но это не точно. О, стреляют! Спасибо за мемчик. Но я не говорил. 11 хп. Варти Плей, можно к вам? Конечно, ты уже у нас. Фу, душнило. Что это за мемчик такой? Душнило — это вроде не очень хорошее слово, насколько я знаю. А, у меня микро нету, пишет. Ну ничего страшного, ты видишь, что мы общаемся сейчас вон вдвоем, по-моему, вообще. А нет, втроем. У кого-то втроем. Нет. У кого-то нет. Там, если что, у Гамбита надо уже прям быстро забирать этот... Так зона, в зоне прям. Не сможет уже никто дойти, да? Нет слюрпиков, чтобы зарядиться и пойти. Да, в этом проблема. Так все, шансов нет, Макс. Ты не будешь нас воскрешать или что? Не знаю, так там... Если что, слюрпик был, тогда пошел. Я тоже попробую, сейчас. Просто если что, давай тогда я буду загружать новую каточку, новую пати, что людям-то смотреть. Хотя ты играешь неплохо. Нет! Может, нет! Может, на тебя интереснее? Нет! 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 Так, друзья, мне кажется, ли у нас скоро будет мем-пати? Смотрите, там приближается уже 85 из 100, то есть еще 3 мема, и запустится 75 секунд бесперерывной отправки бесплатных мемов на трансляцию. Можно будет прям нормально так заспамить трансляцию мемами на протяжении минуты и 15 секунд.
Ну все, видимо. Не-не, выжди. Купаясь голеньким в море, я потерял девственность вскоре. Не знал, что попу нужно беречь. Господи. Да, нужно пробовать. 15 человек осталось. Там не должно быть такого. Не должно быть такого. Вдруг сможем. 15 человек, это нормально. Ой, 16. Капец. Попробуем занять еще. А, зона. Да, еще два мема и будет мем-пати, друзья. Вот это будет веселуха. Так, я не пойму, почему я не вижу, кто отправляет. Бегу. Это из корпорации Монтра. Блин, тут перекрыто, да, получается? Все. Сейчас попробую сделать, чтобы было видно, кто отправляет. Потому что перекрывает одна табличечка. Божечки. Проиграем. Что, понеслось мем-пати, да? Началось мем-пати, друзья. Вы сказали... Боже! Нет! 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 Боже! Вы сказали... Вы сказали... Да-да-да, here we go! Super Mario! Теперь она точно похожа на подружку, которая с клуба не дошла, которая вот так вот ее обнаружили. Причем так же в кустах. Прикольно. Такого мемпати я еще не встречал у себя на трансляции. Уже было 2 или 3, но это, наверное, самое крутое. Огромное спасибо за мемпати, я уже давно так не улыбался. Класс. Вернуться в лобби, ребят. Спасибо за игру. Вы, точнее, старались. Мэлман появился. Сефтер прислал мне подарочек. Сефтер. Давайте откроем, посмотрим. Юху! Вот этот танец, который прислал Сефтер. Это парный танец. Вот Сефтер сейчас попадает сразу же в пати вне очереди. Супер Макс попадает в пати вне очереди. Можно я? Чего вдруг? Нет, просто нельзя. Вот сейчас, сейчас вот будем собирать. У них нет за мемчики Мелман прислал 2 доната. Мелман, жду тебя. Севтер, жду Супер Макс и Мелман. 3 места куплены. Сразу всю пати вы купили на этой карточке. Да, есть такое. Давайте проверю сейчас, пока нет запросиков друзья никаких, ребят. Если что, вот он, да, вот это я хотел набор. Вот этот, вот с вот этим вот, как у тебя скинчиком. Боже, как он мне нравится. И второй еще цветной такой был чувачок. Ты отправил запрос? Да, я... Что-то не вижу. А, вот вижу, пришел. Да, вот, блин, класс, вообще очень крутые. Кстати, хотел зайти в магазин. Еще жду, Мелман, тебя жду. Мистер Эк, так, можно к вам. Чел жестко потеет. Ты про кого?
Ты про меня, если что, где в каком месте я потею, весь сухой. А, то, что я кремом намазался и блещу, наверное, ты это имеешь в виду. Ну, может быть. Если, конечно, вообще это мне адресовано. Где там пот видишь, дружище? У меня просто кремом намазал, мне шелушится кожа. Так. Друзья мои. Дим, нормально слышно? Да, нормально слышно. Мелман, ты играешь или нет? Я не пойму. Тебя ждать? Нет, дружище? В порядке же вы очереди, сынок. Я не могу делать исключение даже для вас. То есть вот кто пришлет пати первый, того и приму. Okay. Я не могу подстраивать под вас. Так, давайте посмотрим, что у нас в магазинчике нового. Мелман, напиши в чат, смотри, погоди, братик. А, братик не наиграется. А, ты чуть попозже будешь, правильно я тебя понял, да? Окей. Okay. Так, Мелман, значит, чуть попозже будет. Видите, какой магазин сейчас обновился? Тут вон... Ой, какой милый мишка. Появились прикольные скинчики разные. Пандочка вот такая вот. Вот. Милон Лемил. Сейчас, ребят, магазинчик посмотрю быстренько. И потом приму кого-то последнего в пати. Набор заданий какой-то. Мрачное великолепие. Ну, да, тут, конечно, такие скинчики меняет внешний вид, но непонятно как. Не супер, по-моему, вот этот, наверное, самый прикольный из них. Вот этот. Пандочка. Да подожди, пожалуйста, бизнесмен. Наверх. Блин, такого прям супер яркого ничего нет. Интересного. Вот этот самый, наверное, прикольный из всех сейчас. Ну что? Вот. Откуда? Появились. Так, ладно, выходим. Давайте набираем. Еще один член команды нам нужен. Мелман что написал. Сейчас смотрим. Да, все попозже будет. Окей. Давайте тогда я отворачиваюсь, чтобы не видеть, какие эти. Считаю до трех и потом принимаю. Раз, два, три. Дрим. Дрим попал. Так вышло. Извини, сыночек. Ой, Снэйк чуть позже. Видишь? Задержка есть. Все, погнали, нажимаем, готовы. Я знаю, иди сюда. Иди, папе на обнимашки. Все, не расстраивайся, сыночек. Поиграем еще. Хорошо? Привет, Наталья. Можно гриди, пожалуйста? Гриди, что такое гриди? Что ты имеешь в виду? Я не понял. Друзья, в ТикТоке расшарьте, пожалуйста, трансляцию, подправляйте своим корефанчикам, знакомым и натапайте там сердечек, чтобы обзавидовался даже самый топовый ТикТокер. Давайте поставим рекорд по сердечкам на трансляции. Было уже было на трансляции, точно помню, 35 или 6 тысяч было сердечек на какой-то из трансляций. Тём, ты смотрел, сколько было максимально на трансляции сердечек? 42 тысячи было максимальное количество. А, вот Джон говорит, что было 50 тысяч сердечек уже на трансляции. Давайте, короче, попробуем преодолеть этот порог. Сделать такое чудо. А, кто меня не знает, давайте еще раз я представлюсь. На Твиче, правда, чатик совсем молчит, к сожалению. Но вижу, что присоединяется периодически, кто-то смотрит. Меня зовут Дима, ник мой Brother 2S. А я... Веду в ТикТоке и на Ютубе два каналчика с фармом опыта Fortnite. Каждый день записываю новый видосик, поэтому, друзья, присоединяйтесь обязательно.
Обязательно подписывайтесь. Давайте вот сюда, ребят, на руины. У меня там есть босса, короче, надо там убить. И вот пережить игроков. Задание у Сефтера есть, которое общее наше прилетело. Можно ему помочь с ним. Это так мило. Я не понял, что именно. Я просто много чего говорил. А, не хватает. Ну ладно. Попробую не сдохнуть сейчас. Дима, могу тебе дробовик отдать. У меня дробаш есть какой-то, вот я взял уже клык. Мне надо сейчас быстренько запиться. И нам надо собраться, ребят, чтобы мы давали всем отпор. Иначе нас просто сейчас по одному вырежут. Я так понимаю, наверху кто-то, да? Стоп, подожди, Дима, мой баночку. Добили этого внизу? Не, не добили, вон. Ладно, так добью киркой. А, или ппхой. Дима, возьми. Ой. Секунду. Патроны на дробаш пока нет. Но выполните задание к растероида. Новый предмет, услуга какая-то. Интересно. Идем, ребят. Босса видели, нет? Босса замочили, что ли? Блин, я же говорил, ну, ребят, ну, ё-моё, мне надо в него хотя бы один раз было стрельнуть. Ну, посмотрю сейчас, может быть, и выполнилось у меня. Стойте, дайте открыть эти... Блин, не выполняется задание, не понимаю, почему. Мне надо именно синие сундуки открывать, ребят. Там редкий, по-моему, было написано. Сейчас посмотрю. Хочу этого. Скин мухомора. Наверху бегает. Ребят, резайте, я стою на охране. Нифига он меня помял. А, он из-за угла выглянуть мог просто. Поэтому видел, куда надо стрелять. Заданий понавыполнял уже миллион. Ребят, если кому вдруг надо, не стесняйтесь. Или я вот сейчас 4 штуки себе возьму в инвентарь, если что. И вот это. 2 штучки взял в инвентарь. А, надо еще? Если надо еще, я дам, ребят, пиццу, если надо. Блин. Ну что ты делаешь? Зачем ты себе этот... На, съешь. Пойдем, короче, наверх. Ух ты. Если я сейчас за мечом забегаю. Это мне нравится штука. Давайте вместе сейчас пойдем за мечом. Это же не проблема. Просто сейчас тебя там застанет какая-нибудь банда разбойников. Фига, у меня на стриме реклама. Прикольно. Я просто включил, чтобы видеть, как стрим идет, а у меня там реклама. Огонь вообще.
Ребят, ну вы же сами себе снимаете щит. Зачем вы это делаете? Кто это сделал? Супермакс, ты походу что-то забрал, что хотел себе взять Дрим. Или он просто тебя очень любит. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Гамес 6 Оло, привет. Не знаю, кому ты писал. Не понимаю. Лезвие Ку, привет. Каточку можно будет со мной, если тебе повезет, и ты сможешь в нее попасть. Я беру рандом на людей в пати, прям подряд просто трех человек, кто кидает запросик, если нет никакого доната или подарочков. Те, кто донатят или отправляют подарочки, тем я даю место вне очереди в пати. Давайте сейчас вот так вот сделаем. А, Эллен. Пока оставлю внутри. Возьми банку. Мась. Супермакс. У меня занято место под винтовку. Я винтовку взял, Dream. Я новую винтовку взял себе. Вот, видишь, какая у меня в руках? Поэтому у меня места под липучку нет. Но надо, чтобы в пати взяли липучку, ребят. Хотя бы двое людей. Взрывную. Вот эту. Я снайпу не люблю, Dream. Вот это вот, типа, тебе не нравится, которая у меня? Мне нравится. Она дамажит хорошо. Возьмите этот... Липкий гранатомет, ребят, кто-нибудь. Он важен, им постройки можно очень хорошо сносить. Так, слышу выстрелы, надо идти. В смысле, вижу. Блин, где они все? А, это босс. Стой, не добивай, не добивай босса. Yes. Поучаствовал. И? Может, я уже давно выполнил это задание? Просто не знаю об этом. Какой автомат красивый. Это мне, что ли? Я уже взял легендарный автомат. Давай. Дрим, я не понимаю, что тебе мешало взять карточку и вставить? Ты ли этот автомат легендарный мне дал, или этот тебе надо вернуть? А? Ищет, ищет, ищет. Тебе надо автомат легендарный дать тебе? А, патроны ты хочешь, на. Так бы и сказал. Сефтер, давайте с Супермакс рядышком вроде, да? Пойдем вон туда на тайник, ребят, на золотой. Там по-любому будет движуха. Так, понятно, спасибо, что заметил, лезвие пишет. Да, Гварти Плей, я. Почему в рейтинг не играете? А что случилось, Мэнман? Почему, что тебя не устраивает? То, что ты родился в Германии, разве плохо? Напиши, пожалуйста, просто мне очень интересно, почему ты этому так не рад.
друзья, на в ТикТок, пожалуйста, раскидайте трансляцию своим корефанчикам, знакомым, подписчикам. Расшарьте. Пока не видел ни одного уведомления, что кто-либо отправил эту трансляцию кому-либо. Репостнул, все такое. Вам же не сложно, а мне очень будет приятно. Так. Макс, а ты упал или что? Сефтер, можешь резнуть его и давайте догоняйте нас. Мы идем на тайник, но, блин, опять там уже Дрим открывает его. Поднимай. Йоу, Элифон поделился трансляцией. Спасибо тебе большое, друг мой. Что у меня услышал? Pinkman05, спасибо за подарочек. Мгейм, спасибо вам за сердечки, за подарочки. Ну, я хотел бы где-нибудь в другом месте, например, в Африке. Почему, Мелман? Почему ты хотел бы в Африке? Чем тебе не нравится в Германии? Вот понять. Максим, стой, Максим. Я бегу за слюрпами. Так. Чик возьму. Что у нас тут есть? Можно вот это вот взять. И все. Сейчас тебе отвечу. Подожди. Просто не знаю, где у меня какие эмоции. Во, давай. Ребят, мы тут вас ждем. Развлекаемся тут. И вот еще, вот. На, Дрим. Смотри. Вы идете, нет, друзья? А, не может так. Знаете, дверь я вам сделал в полу. Как ты делаешь? Макросы стоят? Что ты быстро так делаешь это? Одной кнопкой просто, как будто бы. Или это просто навык такой? А, или вот так. Типа вот так вот ты открываешь, а вот так ты за... Ага, блин, там так не закроешь. Давайте, ребят, берите что надо. У меня два слюрпика, если что, есть. И я могу вот это вот отдать, пиццу. А взять себе баллон зеленый, чтобы хилить себя, когда мне нужно будет. Оп, выскочил. Погнали, друзья, а то мы тут что-то зависли, ждали-ждали долго. Пойдем. Все-таки все устраивает. Тебе, наверное, просто не с чем сравнить было. Pinkman, хочу поиграть с тобой. Понимаю, друг мой. Я тоже абсолютно не против поиграть с тобой. Но видишь, тут какая штука. В пати рандомно набираю трех людей за донатики, за подарочки в Fortnite. Я даю возможность поиграть вне очереди. То есть вы как бы свое помешайте. Место покупаете. Там флаг не подняли. Так нам уже лут-то по сути не нужен. И тогда можно на остров принять. Да, вижу, там на острове есть он. Ай-яй. Ого! Это что было? Ё-моё, меня нокнули, ребят, если что.
Что это за демон был такой? Я в него даже не успел стрельнуть несколько раз. Летит еще на таране к вам. Ребят, я тут на четвереньках ползаю внизу. И вас снайпает возле острова на шариках, типуля. Вот кто меня снайпнул, оказывается. Вот зараза такая. Под купол нас загони. Ой, а что это было? Меня добили, да? Короче, они с вас не слезут, ребят. Вам надо валить отсюда. Они будут спамить, пока не добьют. Да. Вот что значит держаться командой. Посмотрите, нас просто заспамили. Они нас просто взяли и изничтожили. Мгновенно. Так, что у нас тут? Давайте посмотрим. Ребят, спасибо за игру. Давайте набирать буду сейчас новое пати. Жду, пока немножечко задержка трансляции пройдет, чтобы все видели, что мы набираем пати. Новое, чтобы все имели возможность попасть в него. Так, Натали. Так и не увидел еще одного сообщения, что ты имела в виду. Ну, ладно. Алик, можно со мной поиграть? Смотри, сейчас закончилась каточка, вон, Сефтер, есть у тебя имя какое-то, скажешь, я тебе хочу... Арсений. Арсений. Давай, я сейчас тебя подпишу и... Может, завтра буду играть, или сегодня, потом как уже новеньких не будет. Арсений, давай напишу. Вот, пока. Да, пока, спасибо за игру. Блин, что за фигня, почему? У меня ужасная клавиатура в плане того, что здесь в Германии нельзя было купить нормальную с русскими буквами. И, Миш, спасибо за игру. Давай. И у меня с таким русским текстом я заказывал на специальном сайте, что просто сломать глаз можно. Не могу нормально на ней печатать. Слепым набором не владею. Так, сейчас объясню. Алик и все остальные ребят, кто сейчас на трансляции, как можно попасть в пати? Я беру рандомно каждую каточку новых трех людей. Но если есть те, кто прислал какой-то подарок или задонатил, я их беру вне очереди. Сейчас у нас Мелман есть на очереди, кто сегодня донатил и еще не играл. Я сейчас запишу. Отдельно. Вот он у нас в любое время может попасть в пати. Мелман, как будешь готов играть, напиши, пожалуйста, хорошо? Вот. По-моему, больше у нас не было никаких донатов. Были мемы. Не знаю, были из них платные или нет. Там, потому что есть приветственный бонус, можно просто отправить их бесплатно, когда заходите, получать приветственный бонус. Так что сейчас буду набирать каточку. Секунду. Снейк! Я буду сейчас набирать пати. У тебя есть шанс попасть, а ты ушел. Я не беру вас. Я говорю, я сейчас буду набирать пати, у вас будет возможность попасть. И если вас не будет, то у вас не будет возможности попасть. Итак, друзья, так как донатиков, насколько я помню, больше не было. Если были, я провтыкал. Напомните мне, я сейчас набираю каточку. Просто даю вот минутку времени. И буду, как зажужжит таймер, буду сразу набирать. Алик донатил. Алик, где ты донатил? Можешь, пожалуйста, написать? Я просто не видел. У меня на трансляцию, по идее, все донаты прилетают, но я не видел от тебя. Напиши, пожалуйста, потому что я не вижу. Открываю сейчас на всякий случай. Проверю в браузере. У меня открыта вкладочка с донатами, чтобы... Нет, не было. Сегодня были донаты только от Deserving Fallout и KW1ZBY. Что там идет? Еще 14 секунд и буду включать. Ребят, я не добавляю сам никого. Так, сейчас проверю, есть ли запрос от друзья. Вот есть друзья запрос. Я не добавляю в пати никого. Вы кидайте запрос, присоединиться к моему пати. Все, пошла. Феникс Коза первый. Расти Джекпот второй.
и Пинкман третий. Вот, вот задержка идет такая. Задержка такая идет. Ты об этом уже знаешь. Я в прошлый раз тебе уже об этом говорил. Никсюша, Чартер, уже пати полная. К сожалению, уже не смогу вас в эту каточку принять. Вот. А так, друзья, все условия как были, так и остаются. Расти Джекпот, скажи, как тебя зовут. И Пинкман тоже скажи, как тебя зовут. Я вас добавлю. И нажмите все готовы, пожалуйста, чтобы загружались. Пинкман, нажми готово. Классная эмоция. У меня тоже есть, смотри. Вот. Расти зовут Саня. О, лезвие попал. Вот это тебе повезло, класс. Ой, промахнул. Хотел добавить, ник чуть не исключил. Супер Макс, позови, пожалуйста, Джона и Снейка. Есть задание к ним. Расти. Да, блин, что я... Все, хочется исключить тебя почему-то, Сань. Я не знаю, это не со зла. Да я просто такой криворукий. Так, и Пинкман. На... Как тебя зовут? У тебя есть микрофон, можешь сказать? Или напиши в чатике. Давай сейчас стой. Саня, Расти, Джекпот. Куда летим, ребят? У меня, по-моему, там уже со всеми этими моими. Как называют? Заданиями. Уже вылетел кто-то, я так слышал, да? И Пинкман. Вижу. Мансурчик, привет! Рад тебя тоже видеть. Вообще всех рад видеть. Ребят, в ТикТоке раскидайте, пожалуйста, друзьям трансляцию. Расшарьте ее. То совсем нас мало там почему-то сегодня. Конечно, я и для вас, для немногих тоже буду с удовольствием проводить трансляцию. Но очень бы хотелось, чтобы нас стало чуть побольше. Блин, Мазила. Ребят, вот здесь.
смотри, а. Тогда скажи, Мелман пишет, что будет играть под конец стрима. Скажи мне, когда будет конец стрима, чтобы я сориентировался. Вы там босса лупите или что? Опять я не поучаствовал, да? Давай, дабл-рез. Что тут интересно, есть что-то? Нифига нет. Ох ты, не успел. На пиццу там не успел, такой тут оставили. Спасибо. Все, ребят, пойдем дальше. Снайпа нужна кому? Рубен Антонян. Здорово. Рубен воспользовался суперчатом, кстати. Лайк на твою и Мелман тоже 2 лайка на его донатике. Это первое твое, Мелман, первое твое сообщение в суперчате. Я тебя поздравляю и меня тоже. Спасибо тебе огромное. Что тебе нужно? Патроны нужны вот такие? Опа. Он погнал. Надо, я здесь догоняю его тогда, ребят. Блин. Где этот засранец? Добил, что ли, его уже все? Крысеныш. Маленький. Привет. Через 2 часа... Братан, ну хорошо, Мелман, да, посмотрим, постараюсь выдержать это время. Сегодня у меня чуть-чуть как-то в планах было пораньше закончить, ну ладно. Живу все равно вашими донатиками, вашими сообщениями, комментариями, поэтому... Ребят, кому там надо? Феникс, возьми пиццу и паки похильтесь, ребят. Возьми себе в инвентарь 4 штуки. А, ты все с ним, конечно. Ну, какой голодный парень. Angel of Darkness, поздравляю тебя. Купил вчера Battle Pass. Это круто. Будет чуть теперь поинтереснее играть. Скинчики, наверное, все уже забрал, да, там? Какой у тебя уровень? Ты уже нормально там прокачался? Ну вот. Ребят, все, кто кинул запросики на добавление в друзья, я всех сейчас добавлю. Не переживайте. Пойдем дальше куда-то, а то мы здесь что-то... Вот, давайте вот так чуть-чуть в центр зоны будем двигать. Ничего себе, Рубен Антонян еще прислал мне донатик. Спасибо, 3 евро, братан. Ну ты вообще красавчик. Ты сегодня прям сразу 2 места в пати подряд хочешь, что ли? Ты даешь. Ру-
Рубен мне прислал недавно подарочек. Тоже место в пати сразу себе застолбил. Так, я что-то сейчас видел выстрелы на визуализации, ребят. Пойдем посмотрим, что это за безобразие. Пинкман, ура, что? Я что-то пропустил? Или ты радуешься тому, что Angel of Darkness купила себе Battle Pass? Просто вы... Рубен, вообще, еще один суперчат, еще и суперстикер, и суперчат, вообще все круто. Или это не суперстикер, или я туплю? Мне кажется, суперстикер. Да. Офигенно. Спасибо большое, братишка. Кто там? Сзади? Нет, с той стороны. Да ё-моё. Что-то я не вижу. Дрончик берем. Ну-ка, чувак, помоги мне найти их. Я не понимаю, откуда в меня стреляют. Антониан, Рубен прислал еще. А, вон, вижу. Вот, ребят, вот там. Там пати. Да, блин. Конечно. Рубен, да. Он тебе уже застолбил место. Без вариантов. Вон, вижу, пьет. Да ёлки-палки! Не попадаю я сегодня вообще. Ужас. Я вижу, сыночек, не надо мне здесь прям стоять это говорить, хорошо? Пожалуйста. Так некрасиво делать. Я в игре, я читаю периодически чат, когда я не сражаюсь ни с кем. Хорошо? Вон, вижу еще типа. Так, я не понял. Мы что-то совсем плохо сейчас с ними разбираемся. Ну, тут еще один был чувак. Не убили его, ребят? Какой черный. Ну, пока в округе никого нет. Пап. Что? Ты будешь кофе? Нет, кофе не буду. Спасибо, сынок. Я еще посоветовал скачать Fortnite, да, и ввести твой код Татра. Круто. Молодец, спасибо, ребят. Пока еще, к сожалению, неизвестно, есть ли какой-то результат. А, нет, он вон тут, вот тут где-то. Кто это, блин? Это кто-то из наших, да, ребят? Тачку прислал сюда. Дайте я вылезу. Да ну блин, ребят, дайте вылезти. Я не хочу сидеть там ждать слюрпиков. Я хочу... Расти, Расти, вернись. Братан, вернись. Ага, вижу. Вон там вот, на холме.
Блин, вы чё, друзья, офигели что ли? Меня этот замочили все-таки, ребят, блин, ну где вы? Ну конечно лутимся, где мы, блин? Реально, этот лут это какое-то издевательство. Неужели вам все мало? Прикалывайтесь что ли? С детьми все время ругаюсь из-за лута, что они все время зависают по 40 минут на луте. Так, Александр, привет. Games пишет, ура. Что ура? Я не понял. Pinkman, ура. Ребят, вы насчет Battle Pass или что? Я просто тоже хочу разделить с вами эту радость. Но хотя я тоже порадовался уже. Я пытаюсь за своим лутом прийти забрать его. Или кто-то уже мой лут забрал, ребят. Походу уже все, да? Смотрим сейчас, что там осталось. Здесь, блин, подняться. Ай-яй-яй, да что ты будешь делать? Еще в такой локации, где фиг проберешься. Так. Спасибо. Там возле ресалки, по-моему, есть типы. Там он один полетел. Так, надо обойти. Есть тут, блин, подняться здесь нельзя. А, это же игра со стройкой. Ё-моё, серьезно? Да ёб... Волки-палки. Класс. По-моему, их много, ребят. Ай-яй-яй. Меня убили. Двое, ребят. Возле меня прям. Ребят, ну на нас двое. Чё вы там прячетесь, сидите? Ну вы серьезно, что ли?
Застройся только. Блин, ну у тебя ж камень, там металл есть, надо камнем или металлом строиться, это дерево быстро очень. Вон, видишь? Давай. Вниз ушел, вниз. Все, можешь резать, он вниз ушел. Успеть, не успеть. Да, успеешь, по идее. Еще слюрпик надо успеть запить как-то. Не успел. Ладно. Он вернулся. Он левее, левее, левее он. Левее. А тараном надо было его проще. Пытается все-таки, да, добить. Все. Ну, потому что так не делается. Ну как ты мог улететь, если он рядом? Полчаса эта пушка, пердушка запускается. Боевой кетчуп хочет присоединиться. Братан, все в порядке, живой очереди, как обычно. Офигеть, вот это долгая эта зона, капец. Блин, у тебя нет ни хила, ничего, да? Это плохо. Там слюрпики были, надо было взять. Противников еще трое осталось. И они уже рядом. Правее. Он на шариках, на дурацких летает вон. А это они одна команда, короче, осталась, они спамят тебе сейчас. Вы вторые. Ну, попытка была клевая. Рубен прислал еще и подарок, братан. Ну ты меня сегодня просто хочешь выкупить всего, да? Спасибо тебе, друг мой. Посмотрим сейчас. По-моему, похоже, танец уже был сегодня. Или тот, кто поиграл со мной уже за этот танец, на самом деле его не отсылал мне. А я сейчас проверю. Если это так, то будем применять меры. Давайте посмотрим. Вот, шкафчик открываем. Эмоции. Это мне подарил Java. И это мне подарил Super Max. А, вот, смотрите. Это одна эмоция, которую сейчас Рубен мне прислал. А это вторая эмоция, которую сегодня прислали. Они, по-моему, очень похожи, да? Клёвый, очень классный танец вообще. Прикольно. Это звездный танец, звездная серия. Так, стоп. Блин, натупил, не туда нажал. И это у нас звездная серия эмоция. Звездный танец. Last forever. Окей. Ну что, друзья, спасибо. Тимофей, спасибо, Саня, спасибо, Пинкман. Так и не нашел нигде твоего ника, как тебя зовут, поэтому не могу подписать. Если что, в следующий раз. Давайте, покидаю группу, друзья. Даю минутку на... буквально минутку на то, чтобы задержка на трансляции прошла, чтобы все могли попринимать участие сейчас в игре. Рубена сейчас вне очередное место в пати. У Мелмана также есть, но он попозже будет играть. Вот сейчас я Рубена принимаю сразу. Спасибо тебе огромное за твои подарочки и за донаты. Просто гигантское. Блин, где ты такой скин взял? Это, наверное, очень давно он был, да? Ну, он такой карасик. Идет там, нет?
А, тут, короче, не показывает. 20, 19, 18, 17, 16. Сейчас буду брать в пати. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Чардер. ER7 Альманах. Пинкман уже играл. Ребят, повторно нельзя. Только за что-то выдающееся. Every Shop. А я первый раз. Привет. Привет, привет. Я там просто добавлялся. Пинкман только что, который играл. Сейчас... А, так Пинкман... Пинкман, ты уже два раза сыграл, братан. А, нет, все, один раз. Это у меня просто чуть детям отупили. Они меня записывали сейчас все. Так, ставлю королевскую. Почему-то у нас сейчас стоит потасовочка. Потому что один еще зашел. А, с кем-то, да? С Мишей, с тобой, нет? Что? Нет, с тобой не зашел? Со мной. Алло. Чардер, Рубен и... Альманах. За которого, по-моему, второй раз играл. Не, не играл, не играл. Это ошибка здесь. Я столько карт сделал в творческом режиме. Сделал, в смысле создал? Или что? Или поиграл? Что такое сделал? Я не совсем понял. Миш! Просто этот джойстик чуть подтупил. Я думал, у тебя пинг сегодня. Что ты имеешь в виду сделал? Ну, сам сделал карту. Она у меня сейчас, можно сказать, еще в разработке. А почему ты до сих пор не член команды разработчиков у меня? Не знаю. Ну я это просто, ну, с друзьями хочу на Новый год повеселиться. Мы там делаем карту одну, уже 3 дня делаем. И у меня сейчас активно идет набор команды, и уже есть команда разработчиков карт, которая работает над нашими, собственно, над моими картами, получается. Поэтому, если хочешь присоединяться, залетай в Discord и вперед. Вообще будет очень круто. Уже одна карта почти готова. Так. Mm-hmm. Ну, это ты прыгаем. Знаешь максимума бисквита? Да, конечно. Ну вот, он со мной делает карту. Ну... Ну, просто на Новый год, чтобы повеселиться. Максимум бисквит вместе с тобой? Так давайте, ребят, залетайте да. Реально в Дискорд. Там... Вы, кстати, не вот видели вот я, давайте. А чё мы в обраточку будем лететь? А, ладно. Ну, ладно. Если долетим, или сюда окей. Можем. Давайте как на поля, хочешь. Короче, проще на поля. Окей. Ну, максимум бисквит в Дискорде есть, я знаю. Ну, так и ты... Но я уже присоединился, вступил в группу вашу. Именно то ты есть, ну... к каналу присоединился, или ты уже попал в... Там надо заполнить каналу, форму. Каналу. Если хочешь стать частью команды, заполнить форму, там инструктаж пройти и вперед. Ребяточки, все, кто сейчас на трансляции, рекомендую вам присоединиться к Discord-серверу, потому что уже в эту субботу я хочу устроить розыгрыш на трансляции, и там нужно будет вам, как минимум, быть в Discord-канале, потому что розыгрыш будет через Discord-канал проходить. Не, ну я там вступил в Discord-канале. Молодец. Там в, да, я крутой. В новостях или в уведомлениях там есть анкетку заполнить. Да, у меня очень... Там просто очень много мне на телефон приходит, что там... Brother 2S запустил стрим. Залетай, поиграем. А
Очень много прям? Очень много прям? Стрим ну, раз... Ну, так много, но много. Но много. Стрим два раза в неделю. Обижаешь. А я думал, ты сейчас делаешь каждый день стрим. Не-не-не, потому делаю. Что вчера же был, по-моему. Нет, позавчера был. Я только, получится, в пятницу и в субботу два дня подряд сделаю. Хочу, потому что сделать розыгрыш в субботу. Ау! Фигакор! Офигеть! Золотой лут! О, какая классная. Вот, держи, штука. Держи. О, у меня есть, я уже купил себе. А, да? Да. Ладно. Возьму дробаш и... Блин, мне бы баллон. Ладно, пожертвую перемещением тогда. Все, погнали. Хотя, блин, надо одну из каких из винтовок. Нафига мне две? Перемещение забрали. Ну ладно. Сейчас, сейчас я дам. Да не-не, оставь себе. Я просто я взял себе еще давай винтовку подкину. Эту новую. Она прикольная давай... для дальнего сражения. Хочешь подкину к Мишу? Не-не, не хочу, не надо, не надо. Можешь дать патронов на ПП, чуть нету. Патрон на ПП дать? Бам-бам, бам-бам. Да-да-да. Бам-бам. Ой, по-моему, я еще на дробаш дал, да? На дробаш. Ребят, у кого звук на трансляции включен, пожалуйста, потушите, чтобы не било в уши. Не заглушать. Прям... Нет, эхо просто. А мне челы? Нокнул. Челы? Или чел? Л. Да блин, там вот привлекает на северо... А. Востоке, опа. А, это... А. Это наш заказ. Это ногнутый был. Ребята, давайте чуть-чуть вернемся. Там вон выстрелы активно прям идут. Скорее всего, можем здесь чуть-чуть повеселиться. Пам-бам, пам-бам. 43 дал. Придется подбегать ближе. Не вижу, где они там. У нас в начале катки уже золотой лут. Вообще имба. Оу. Дал в голову 60. Вижу. Хорош. Да ё-моё. Добил. О, твой скин был сейчас. Здесь ладно, еще где-то скинду. Наверху был. Спасибо, сыночек. Мой ассистент. Я сейчас из-за инета не мог подняться наверх. Бам-бам, парам. Дима, иди сюда, а это чувак упал случайно... или нет, я не пойму. А, блин. Оставь. Дима, чё? А это случайно не лягушонок Степан? Да, это он самый. Он же меня везде сопровождает. Не, вот он. Где? Вот Стас-то тут. А где я? Вот Стата. Вот стата, видишь? Не вижу. Метку можешь поставить? Про какую стату ты говоришь? Вот. А, это его папа. Это его папа. На кирку. Вот, все. Нет, я его защищу. Нет. Не. Кого ты там стреляешь, чувак? Ребят, у меня 0 патронов на автомат, если что, вдруг. На. Ой, не то. Держи. Да, спасибо. Еще держи. Сейчас если надо. Может здесь что-то есть интересное. Ладно. Давай. Сейчас принесу. Вот, держи. Спасибо. Парам, урам.
Все тут пусто, чисто. Что мы дальше? Да блин, кого вы там еще стреляете, ребят? Вы че? Серьезно, еще кто-то есть? Или нет? Нас преследуют. Пойдем тогда дальше, если никого нет. Я за мечом. Рубен, а ты сейчас без микро, что ли? А, тут же чата нет в этом в игре. Не, он просто с телефона играет. Ну, можно же наушники к телефону с микрофоном подключать. Ну да. Не, у меня есть, только я наушники не мог найти. Две катки. Угу. У меня сейчас легендарные и мифические идут. Блин, вижу. А у меня редкие и эпические. Выстрелы вижу. О! О! Где-то туточки. Вижу, вижу, чела. Вижу. Отметьте. Вот здесь. Ой. Это тренировочный меч. А нет. А нет. А вот все, у меня просто не ломит. Давайте влетим вместе в них. Минус один. Минус один. Давайте влетим на брак. Что? Блин. Я какого-то бота не смог победить. Ребят, у кого там звук очень громкий? У кого там колонки или что-то там быть? Бля, а чё ты так далеко от нас? А, Миш? Не знаю. Ну вот поэтому и вот сейчас смотри, сейчас я приду, могу тоже здесь лечь, а потом вся команда ляжет, потому что мы распределились все по всей карте. Когда бегает рядышком, это против нас, да, стоит? Да, бота какого-то не смог победить. Я его хотел откинуть. Не получилось. Я ему, если что, отомстил за тебя. Спасибо. Там такой дефолт был. Все. Мама, пара. Кто там? Кто там? Где там? Откуда? Где, куда, когда, откуда, почему, зачем, как? Я видел сейчас выстрел, но не понимаю, кто откуда стрелял. А, это там босс. Бот, вон там, думаешь, это бот? Это боссы. Да, это босс. Это босс. Фига не метки, блин. Идёт процесс возрождения. Чш, братан, очень громкий ты. Очень громкий. Буду молчать. Так, лут я отметил, вот, смотри. Синяя метка, твой лук. Есть патроны на снайпу? Нет. Нет. На что, на снайпу? На что, на снайпу? Да. 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 6 штук. Вообще кайф. Так. Это... Ой. Мой лут. Нет. А, чума вообще, ребята. У меня все золотое, просто весь лут. Дайте патроны на шнупу. Даю. Ба-бам. Возле турельки. Блин, у меня 6 штук, правда. У меня 6 штук, правда. Ребят, у кого колонки? Ребят, у кого колонки? Пожалуйста, ну попробуйте сделать так, чтобы это не мешало. Пользуйтесь наушниками. Также больного. Так я хотел найти, но не нашел. Наушники? Да. Нашел. А, это у тебя получается, да? А кто-то дышит. Наверное. Сейчас так злостно в микрофон. Тоже можно чуть подальше отодвинуть. Да, это я. У меня просто приближается микрофон. Сам?
Ну, не, просто приближается, могу приближать. А, у тебя настоечка он, да? Сейчас не, далеко, он... далеко. Дидар Матвеевич, привет, ребят. Ты про субботу, Матвеевич, спрашиваешь, розыгрыш чего? Розыгрыш подарка. Гениально. Да. Я такой. Будем определять на стриме, розыгрыш чего будет. Да ё-моё. Да ёлки-палки! Блин, попади же ты уже! Что с этим происходит? Походу, я этой винтовкой еще не научился играть. Мне автоматом, походу, проще играть вообще. А где человек? Все одним автоматом играют. Это странно. Так, что у нас тут интересно есть? Юспик есть тут. А липучка у кого-то есть, друзья, или нет? Гранатомет липучий. А, нет, нет, нету. Меч кому-то нужен? Тренировочный. Не, нет. Не, нету. Погнали, покатаемся. Дидар, я в творку не играю вообще, потому что я записываю каждый день новые карты на фарм опыта. Если я буду играть в творку, у меня не будет лимита. Творка даже если не дает опыта, она его сжирает, лимит. Алло. Да. Короче, а на следующем стриме я смогу поиграть? На следующем стриме будем смотреть. Блин, что происходит? Садись в тачку. Мы ждем тебя. Все, я готов. Давайте в центр зоны, там на желтую метку я поставил. Смотри, тут уже вон где-то выстрелы. Вон, видишь? Ой, он ливнул. Тут ливнули. Ах ты, зараза. Дай помочь. Наверху, наверху. Серьезно, меня динозавр сейчас чуть не нокнул. Наверх, 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 наверх. Нокнул. Блин, твою ж дивизию. Оу. Оу, кто там летит? Идет, а? Идет, идет. Привет. Фу! Нокнул. Да где? Еще один летел сейчас на этом. Да, он сейчас прилетел к нам. Не на зипе, на парашюте. Он на дерево тоже приземлился? Да. Он же дает. Ну, он приземлился и вот так вот. И... Вот так. Че, пойдем пешком, ребят? Опять вижу выстрелы. Погнали. Опа, 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 опа. Ой-ой-ой-ой. Ага, вот вижу. Смотри, сейчас убью. Да блин, передо мной, зачем становиться? 100 дал. Ау-ау-ау. Пошлите в зону быстрее. Это этот, тыкваны это... Блин. Ау, хорошо. Хорошо, одного есть? Да блин, не попадает вообще. Что такое? Еще там должно быть. Блин, чуть не убился. По-любому, это команда тыкв. Все в одинаковых скинах. Я уже встречал таких ребят. Нет, там один был без этого. Так их двое здесь же было всего. Да. И оба с тыквы. Нет, там еще один другой чел. Ну, третьего я не видел. Я видел только двоих. Ух ты. Как быстро.
Ау! Почти. А-а-а. Хорош! Гранатомет, ребят, обязательно возьмите, чтобы постройки бомбить. Бомблю. Вон наверху, видите, вот там на горе двое есть. Фрагнулись, видите? Там, по-моему, один бот и один чел. Может и такое быть. Да, так и есть. Бота вижу. Блин. И не попал ни разу. Надо же такое вообще удовольствие. Сегодня у меня совсем с руками что-то не то. С аимом не то. Да, бывает. Такие дни какие-то дурацкие. И игра не ладится. Когда всегда стреляю, у меня руки трясутся. Почти топ-1. Снайпает, снайпает. Одного ног? Блин. Ты 116 дал. Да блин, меня сейчас тоже... Убьют, капец. Дима, поторапливайся. Да, я вижу. Где Дима? Иду. Тоже напряжен, что-то я максимально сейчас. Ро. Давай, давай. Помогаю, помогаю. Все. А. Что, сыночек, хотел? А, в пати хотел бы? Повезет, не повезет? Ну, там по пути челика встретим, потому что зона сейчас будет много бить. Ребят, внизу вот здесь типы, надо ваша помощь. Бегу. Вот тут, блин, так же нельзя, да? Одного добил. Все? Нет, еще нет. Да блин. Их четверо. Долго перезагружаешься. Хорош. Перезаряжаешься. Фу, а, зона. А, два чела осталось. У меня один нектар есть. Так, а кто нас покинул? У нас выкинуло кого-то. Да-да-да. Этого, тот, кто тебе доначил. Да, Рубена выкинуло. Как так вышло, Рубен? Ты смешной, Джонатан пишет, го один на один или ты зассал. Слушай, если ты хотел меня взять на пон, дружище, иди куда-нибудь в другое место, пытайся кого-нибудь другого взять, окей? Потому что это не тот случай. Я на стримах не играю. Не играю один на один и, чувак, это закон, это правило. Блин, кто там сзади еще? Вот этот чебурек последний. И, в принципе, у меня с оценочкой, самооценкой все нормально, поэтому мне мирить списками с кем-то абсолютно нет необходимости. Будем давай считать, что я зассал, если тебя это утешит твое самолюбие. Так, один типуля остался у нас. Ура, мы заняли топ-1, можно сказать. А, вон он, наш хороший. Сюда. На изях, про. Чувствовали.
Так, или... давайте посмотрю чатик. Или это не было адресовано мне. Очень интересно. Так, вернуться в лобби давайте, ребят. Все, огромное вам спасибо за игру. Тебе спасибо. Тебе тоже. Рубенчика сейчас возьму еще раз. Он сегодня топчик, топ-1 прям. У него что-то случилось с игрой. Не доиграл. Рубен, слышал, да? Сейчас твое место в пати. Как меня в друзья добавить? Ребята, у меня мой ник Brother2S на экране, вот на серединке написан. Вот так вот и ищите меня, добавляйте в друзья. Я сейчас добавлю всех, кто кинул запросик. Запросиков пока нет. Вот. Привет, можно я тоже вам, с вами буду играть. Сейчас, если попадешь в пати, то будешь. Давайте посмотрим, кому это было адресовано. Может, он не мне написал вообще, а я тут такой раздал люлей. Так, пум-пум-пум, будем творку или нет, уже сказал, нет, творку не будем, не играю, чтобы не сожрались лимиты, да и в принципе. Когда будут мои карты, на свои карты буду вас приглашать, будем все вместе там играть в творку. Мелман не сможет поиграть сегодня, понял, вижу. Окей, ничего, я запишу тебя на следующий стрим сразу, потому что я своих... спонсоров не забываю. Спасибо большое. Так, Рубенчик, прости, у меня PS выключился, я не смогу играть. А вообще не сможешь, или Рубен, или ты сможешь сейчас зайти еще раз в пати? Java спрашивает, можно ли в пати. Java уже поиграл один раз. Нет, к сожалению, больше нельзя в пати. Если только ты будешь кидать запросы, он выскочит, когда я буду набирать пати, то тогда можно. Java у меня старший администратор, если что. И даже для него нет исключений. Понятно, Рубен мой противник, Мелман пишет. Нет, Рубен твой коллега. Вы два самых безумных донатера, наверное. Самых таких... Нет, почему безумных? Это плохое слово. Самых крутых донатер, наоборот. Самых сильных и мощных. Самую большую поддержку оказываете. Вы вдвоем в топе один сейчас. Йонатан. Все-таки Йонатан, наверное, мне написал, потому что не вижу больше ни с кем у него переписки. Ну, я тебе все сказал, братанчик. Не туда попал в этом смысле. Тимур. Это вообще Джонатан. Ну, знаешь, Джонатан, он в Америке, а в Германии это Йонатан. Если что. В Германии именно так читается это имя, и здесь оно очень популярно. Поэтому... А я живу в Германии. Тимур, там уже пошла перепалочка между Мелманом и Тимуром. Ничего, ребят, все хорошо, успокойтесь, все нормально. Блин, я хотел подарок подарить, но говорит, сможет отправить подарок через 2 дня. Да, Матерас, так есть, у Fortnite есть такая типа защиты, чтобы те, кто пытается развести, каким-то образом там тебя заболтали. Тёма! Или Дёсь? Что происходит? Я не могу в наушниках даже говорить, я тебя слышу. Пожалуйста, тихонечко. Надо ждать 3 дня. 3 дня должны быть друзьями, чтобы отправить подарок. Тимурчик опять ответил. Не ругайтесь только, ребят. Я вас обожаю всех, вы классные. Java еще раз спросил, еще раз отвечу. Вот только если в порядке рандома. Сандлер сегодня пришел раньше. Красава. Так, в ТикТок. Мои хорошие, я, к сожалению, не могу вам писать. Я пока не смог разобраться, что это за проблема. Пишу, и мои сообщения не отображаются. Через телефон напишу сейчас вот. Не могу писать в чате. Подожди секунду. С компа. Буду отвечать голосом. Чтобы вы не думали, ребят, что я вас динамлю. Посмотрите, пожалуйста, я у себя на компе не вижу даже своих сообщений, которые я отправил с телефона почему-то. Не знаю. Сейчас, Зека, подожди минуточку. Быстренько дочитаю. Прими запрос. Окей. Все, давайте, погнали. Я сейчас проверяю сначала запросы. Вот, 3 запросика в друзья вижу. Даю вам время, ребят, чтобы вы... Блин. Не могу понять, там есть еще запрос? Сейчас, ребят, дайте допринимаю запросы. Все, нет. Итак, отворачиваюсь.
Следующий, кто присылает, я сразу принимаю. Так. Это не то, это ваш друг. Сэнд Билл. Тебе повезло, Java. Потому что... А, чуть не протыкал. Space Duck и Better Mascot. Java сегодня присылал подарок, поэтому он получил эксклюзивное место в пати. И сейчас ему повезло второй раз попасть просто в рандом. Круто, я тебя поздравляю. Тебе повезло реально. Сейчас проверю быстренько, нет ли среди вас того, кто уже играл сегодня. Говори, что ты хотелось. Да, вроде бы нет. Better Mascot, напиши, как тебя зовут, пожалуйста. Я тебе подпишу ник. И Джав, мы ждем тебя и Better. Нажмите готово. Давай, шкафчик, что там у тебя, зайка, случилось? Какая? Вот это есть, вот. Дим, можно я? Да блин. Сандлерс, ты же знаешь правила. Нет никаких исключений. Даже для команды проекта, даже для администраторов, даже для моих детей, родных, моих, кровинушки моей, нет никаких исключений. Потому что я стараюсь ко всем к вам одинаково относиться. Исключения могу делать только для тех, кто спонсирует, кто оплачивает, грубо говоря, мой труд, мою трансляцию. Кто меня поддерживает с помощью каких-то подарков или донатов. Вот, они получают место в пати вне очереди. Плакали, плакали, батареи и трубы, Кортикс пишет. Боевой кетчуп, буду дальше ждать, а именно третий стрим, когда ты меня примешь в лобби. Это... Крутон, я с радостью бы принял тебя сейчас даже. У меня как раз не хватает скина одного сегодня. Боевой кетчуп, я тебе пишу. Ой, в смысле говорю. Да, Кортик пишет, да, так, значит, ты только за деньги продаешься. А, нет, за скины еще, за подарки. Продаюсь. Все в жизни покупается и продается. Вы думаете, компьютер, на котором я стримлю сейчас, не стоит денег? А я его купил только потому, что начал стримить и вести канал. Так бы фиг, когда бы я себе купил этот компьютер. Так что... Фантик теперь с нами. Привет, Фантик. Ребят, ставьте меточку. Только определитесь, пожалуйста, куда мы точно летим. Ага. О, меня слышно? Да, слышно. Space Duck. Это у нас Матвей на связи. Да. Better Mascot. Не вижу до сих пор твоего имени, чтобы подписать твой ник. Пойдем. О, у меня есть задание открыть эти кассовые аппараты. И сейфы. Стой, оставь для всех. Еще сейф. Одну секундочку. Вспомнил про задание. Так, погнали. Экспект. Экспертик. Обалдеть. Вы посмотрите, что здесь сразу стоит. Ну как так можно? Вот это хочу. Новое оружие добавили, кстати. Да, винтовку, да? Имеешь в виду? Вот эту. Да-да, она прикольная. Ну, но ей мне, надо научиться. Мне нравится, что она не такая быстрая, как автомат стреляет. Но она дальше зато стреляет. Она для дальней стрельбы прикольная. Хотя ей намного сложнее попасть, чем тем же автоматом с прицелом.
Мне кажется, автомат эффективнее. Почему? Ну да, тоже верно. Особенно если он золотой. Чем вчетвером сюда тулимся? Так. Вместе держимся. Не распекаемся. Мне что-то лагает. Странно. Тут. Ой-ой-ой. Кто тут уже в кого стрелял, друзья? Блин, серьезно, у меня снайперка, оказывается. Мне она нафиг не нужна. Ребят, не видели нигде автомат обычный? С прицелом? Да. Ну пойдем тогда куда-нибудь поищем. Пошлите к этому к сцену. Че там, все, ничего нет? Джав. Ты так быстро оттуда вернулся? Пойдем вон там домик залутим. И может быть как раз дождемся босса здесь и смотрим, сможем его нокнуть. Вот автомат есть. Арсин такие весь. Привет. Привет, дружище. Да, супер, спасибо. Так пока оставлю, не буду. А не надо никому паки уже. Ком, можем золотой автомат сейчас добыть. У меня ключ есть. Ключик есть? Круто. Да. Это было бы классно. Так, пойдем? Или... Вернуться туда? Пойдем. Ребят, кому нужен таран для быстрого перемещения? Что-то не понимаю, что оно у меня так, ну ладно. Ой. Чуть было не было. Так, с прицелом, да, который? Да-да. С прицелом. Ты им пользуешься тоже? Не, я вообще с любого оружия играю. Мне без разницы. Я тоже играю с любого, но у меня есть любимые, которые нравятся. Если есть возможность его взять, то... Возможность надо использовать. О, спасибо. Кайф. Все, погнали теперь на розовую меточку, да? Да. Пока что мы никого не встретили еще. А уже блин, 76 человек. Опа. У Джава, у сэндбилдера. Раньше были на карте разбросаны, короче, шины и такие типа... Тараны на машинах можно было усовершенствовать, сейчас вот такого нету. Не знаю, почему убрали эпики это. Но было прикольно. Можно было усовершенствовать машину как хочешь. Так. Фигня какая-то. Тут один что ли типочек был? Я бежал, так бежал. Так, куда идем? На розовую, все никак не дойдем. Неон Шарк, здоров. Боевой кетчуп. Артём, дорогой мой, хватит уже нагнетать обстановку в чатике. Уже отписываться собрался от продажного стримера, который говорил, что будет играть со всеми на стриме. Я играю со всеми по одному разу, именно для того, чтобы вам больше, каждому из вас, досталось возможности поиграть. Чтобы... Большее количество смогло на стриме поиграть, поэтому не надо меня вот это вот краску вгонять. Хулиган. Я нашел место, где будет босс. Вот, ребят. Они так быстро, наверное, еще не умирали. Слюрпики. Рекорды. Кто будет слюрпики? Ой, золотой автомат здесь есть, смотрите, класс. А, на.
И карту возьмите, ребят, кто-нибудь, у меня место для нее нет. Да-да-да-да-да. Как у меня дела, спрашивает Neon Shark. У меня замечательно, друзья. Потому что я с вами, я на стриме. Так, может со мной. Пойдемте во второй круг за Детройт. Детройт спрашивает, можно ли со мной сыграть. Пойдем, конечно, пойдем. Детройт, конечно, можно. Я каждую игру играю с новым... Да что такое? Тупняк. Зону можно возвращаться. Так, я отвлекся. Да, Детройт, я играю каждую каточку с новыми ребятами. Троих новых ребят беру в пати. Рандомно, просто подряд троих, кто прислал запрос. Но можно ускорить процесс, можно в пати попасть без очереди, если ты донатишь или присылаешь какой-то подарочек. А если присылаешь скин, например, в подарок, то можно прям два раза поиграть на стриме. А так вообще только один раз. Вот. Или какой-то существенный донат, что равнозначен там скину, к примеру. Так, что у нас еще есть? Боевой кетчуп не играл со мной 3 стрима. Это правда, да, мы давно не играли. Но, Тём, даже дети у меня ждут поиграть, и не всегда у них это получается. Вот такой я, видишь... Твердо решительный. Сказал, значит, надо делать. О, файты. Санлерс, ты знаешь прекрасно правила, условия. Без проблем. Можно, если ты попадешь в пати. Либо донат. Можно либо выкупить место в пати, либо просто в него попасть рандомно. Так, у меня дробовика до сих пор нет, оказывается, нормального. А я что-то бегаю такой себе. Вообще, изи. Блин, чуть не это. Это свои. Ребят, давайте в тачку сядем, да прокатимся в безопасную зону. Сейчас я посмотрю, что тут у бота. Так, а я не вижу еще одного. А, вот, вижу. Сейчас вон бокс видели, да? Вот, вот, и, вот. И сзади. Блин, меня нокнули. Не забыл, как с машины выйти. Ну, в смысле, если на компе, то я, скорее всего. Блин. Добили. Что у нас там? На, у меня сверху у тебя это, слурк лежит. Да. Забавно, там где-то баллон зеленый у меня есть, если что, где моя карта. Все, да. Баллон не успел, да, взять?
Красиво. Очень хорошая попытка была. Пойдет. Да, ну что-то мы налетели на них и как-то вообще обосрались. Получилось. У меня что-то залагало, я вообще ничего не понимаю. У меня тоже мозг немножко залагал. Ну, бывает. Да, бывает. Сегодня целый день. Так, ни одной... Не, мы взяли коронку где-то, да? Да, одну взяли. По-моему, только всего одну. Ребят, это же вообще... Что это такое? Где у нас там? Посмотрим, сколько короночек. По-моему, не увеличилось нифига. Да, ёлки-палки, где эта эмоция? Да, блин. Алло, ау. Сзади было. Да где сзади? Не вижу. Давайте я использую, можете потом просто использовать, и она у вас появится. Офигеть. Неужели ее нет у меня здесь? Она же тут должны же все быть вроде. Или я слепой? Короче. Вот оно. Походу нет все-таки. 20, да, так и осталось. Нифига не поменялось. Все, ребят, спасибо за игру. Пока. Так, Sharkstyle Fortnite ждет в лобби. Ребят, можно только в порядке живой очереди. Я исключение не могу делать ни для кого абсолютно. Поэтому давайте без обид. Сейчас я вот дам 5 минут времени на то, чтобы у вас задержка трансляции, если есть у кого-то, чтобы она прошла. Вот. Жду. Вот видите, минутка. Как увидите таймер, минута, можете отправлять запрос. А как таймер прожужжит, я буду добавлять. А-та-та, Дима, кто-то пишет мне. Сандлерс пишет. Что а-та-та? За что? А, так там еще много сообщений. Я, пожалуйста, сыграю на стриме, не играл. Ну, не он, Шарк. Много кто не играл, но, видишь, я добавляю просто рандомно всех. Ребят, я исключений не делаю. МРЭК. Привет, Димас пишет. Привет. Мы с тобой уже виделись, ты же уже был. Ну-ну, буду ждать. Все, таймер закончился, принимаю. Сандлерс, повезло. Борбососиска 22 и... Так, Эврешоп. Ты не играл разве сегодня еще? Мне кажется, что я уже видел. А все, уже 4. Сейчас просто задержка, вон, видишь? Мансурчик, по-моему, играл. А кто в прошлом каточке был, видишь? Блин. Не играл. Сам себе сделал пакость. Камеру не там разместил. Давайте я камеру здесь внизу размещу, чтобы видно было ники ваши. Вот так вот начинается трансляция с камеры в одном месте, заканчивается в другом. Так. Сандлерса взял уже. Давай, только донатик. Нет, не только донатик. Вот ребята попали, ни один из них не отправлял донат, они попали все, видишь, в пати. Поэтому просто это рандом, это как повезет. Дим, кстати, а что там такого в ДС писали? Плохое что-то? А, что именно? Ты о чем? Ну там ты что-то написал, ты что, провел чат? Точнее, а, читал ли правила? Ну там видео было, которое нельзя было там с пропагандой всяких вещей нехороших. Вот тут Java мне как раз пишет, как работа в чате. Пока нравится. Да? Нравится пока. Хорошо. А ты что уже успел сделать? Ну, пока поздоровался со всеми. В принципе, я вот мониторил чат. Вот, я где-то час чисто сидел и просматривал полностью. Toxic Cat спрашивает, кидать подарок или нет? Конечно, кидай, Toxic. Дим, вот ты когда листал эмоции в этом, у тебя прям была эта синяя штука на эмоции. То есть она прям перед тобой, эта эмоция была. С коронкой. Что еще раз?
где ты хотела эмоции посмотреть с коронкой, да? Она прям вот у тебя под носом была, вот. Ты прям на нее смотрел, у тебя вот эта штука с выбором. Вот она, наверху. Да. Все. Ребята, кто там? Сандлерс, ты не нажал, готов. Мы тебя одного все ждем сейчас. Блин, мне сейчас как-то обидно. Вот у тебя 23, и я с Андой. С чистого 22, у меня на 1-0. Так. Ребят, в ТикТоке у меня есть цель трансляции, короночка ТикТок. Кто пришлет короночку, тот попадает в пати сразу без очереди. Вот так. Toxic Cat пишет, что кинул в ТикТок. Что, вижу, Toxic Cat, спасибо за пальчики, сердечко вот такое вот. О, кстати, это вроде она почти как коронка стоит. Оно там около этой коронки стоит. Кот спрашивает, могу ли я отправить ему подарок. Я думал на стриме, получается так, что наоборот, зрители присылают подарочки. Я же для вас тут работаю, получается, развлекаю вас. Играю с вами. Не наоборот, разве должно быть, кот? Артем, МРЭК, Артем Комиссаров, это мой сын. Он уже в пятую катку пытается попасть и не может. Бедный. Ты же знаешь правила, Тём. В прошлый раз ты попал в катку. Что ты сделал для того, чтобы попасть в катку? Не знаю, я просто... Забыл уже. Здрасте, в прошлый раз, прошлый стрим. Что ты принес? Ага. Не обязательно такой большой, как ты принес. Мама звонила, простите. Да, нормально все. Так. Перфект. Когда колбаса с Жужкайсен выйдет? Что такое коллаба, блин, колбаса. Коллаба. Коллаба, колбаса, блин. Есть хочу. Ни одно на уме. Ты так близко был, а можно не был. Я сегодня не играл, я не играл сегодня. Кипибера, ты написал 6 сообщений, и я все равно ничего не понял. Слушай, Дима, ты видел, вот я тебе ДС писал, типа, для новых роликов, такие темы небольшие. Еще раз, не услышал. Я тебе в ДС писал идею для роликов. Меня не надо спрашивать, нужно ли прислать идеи. Просто берешь, присылаешь идеи, можно даже снять, прислать образец, я посмотрю и скажу, не, да, да. Я прислал, я прислал. Да, я просто не видел, я сейчас на стриме, я не смотрю в ДС. Я не смотрю ни в комментарии, ни в... Что другое. У меня вот, ну, есть, да, только стрим, только чатики на стриме, и это вот то, что сейчас первоочередное и самое важное для меня. Ну, естественно, вы. Это не потому, что я люблю чатики. Потому что в них... А я сейчас, походу, Fortnite немножко забагал. Я упал с высоты, а мне на журнал вернулся. Миники надо? Миники, да. У кого? Типочка видел, вот. Да, блин, где ты? Ну что, команда, всех победили? Давайте флаг, что ли, поднимем тогда, раз такое дело.
Если что, я тут нахватал оружие, как будто в последний раз, ребят. Кто-то миники обещал. Мой друг тоже это хочет. Вот, на пост, который я, он тоже скоро подаст заявку, вот, на выходных сказал. Пусть подает, рассмотрим обязательно, конечно. Нам много мне... кто нужен, много поэтому, кто ребят, нужен. Смело, ну, да, заходите, да, подавайте заявочки. Прекрасно. Супер. Погнали. Куда дальше, ребят? Кто куда хочет. Мне все равно, если что. Тоже самое. Босса убьем. Жалко, что мелодию нельзя послушать. Она защищена авторскими правами на этот танец. Нельзя включать на стриме. Буду в те... Стрим забанил. Да, в те редкие моменты, когда я играю сам или с кем-то из, ну, с тиммейтами, не на стриме, буду включать звук. Ну, за эмоции. Все, идем, да, куда-то. Какого вы босса хотели убить? Который Дима, здесь? Что там за эмоции? Танец. Сегодня подарили танец. Мне и малой мой подарил эмоцию. Он, блин, транжира такой, капец. Жук. У него уже нифига не осталось. Макс? Помогите, меня будто убил. Макс, Денис и Артём. Дим, кто из троих? Макс, супер Макс. Вообще... Блин, их можно куполом накрывать, только надо сначала накрывать, а потом... А, все, да? Подпустилось. Турелька есть у кого? Не. У меня нет вообще. Ребят, липучку возьмите, гранатомет. И вот турелька, если что, есть. Кому? Кому нужна? О, вот новую винтовку им... добавили. Да, вот этот возьмите гранатомет, им классно рушить постройки чужие. Потопали, ребят. Тан-тан-тан-тан. Вроде бы все, да, прочитал. О, эта винтовка приближательная, это круто. Да, она неплохая. Она дамажит нормально, там по 70, по 100. О, нормально. Да, я, кстати, видел, у тебя золотая была. Вообще было, да, три пухи золотых, и все равно сдохли. Мне прям сегодня повезло, мне урок отменили. Потому что лут не важен, на самом деле. Важна техника игры. Давайте вот в ту сторону будем идти. Блин, а сзади выстрелы. Ну как можно пойти в ту сторону, когда сзади выстрелы? Ну что когда это такое? Когда так манят люди, прям, ну вот хочется. Хочется прям. Вон, вижу. Ну и страшно, там. Мало. Видите, фрагнул. И он с кем-то сражался, если что, ребят. Вон бежит еще один. Да, там еще один. Несколько. Пойдем, короче, посражаемся. Это будет весело, походу. Да блин, попасть не могу. Ладно. Одного фрагнул, второго фрагнул, ребят.
Еще один за это липучку взял кто-то, ребят? Насыпьте ему туда прям. Улетел, да? Все, минус нет. Так, ну это прям будет немного, все это чистили. Окей, отлично, все, готов. Так. Блин, быстро всех зачистили. Нормально. Хорошо сработано. Команда! Только Сандерс где-то там гуляет. Ну блин, меня бабушка позвала. А где? Покажи бабушку, где она? Она на кухне. Я думал, там у тебя где-то бабушка позвала тебя. Идем в зону. О, какая прелесть. Видели, да, появилась? Сейчас туда сбегутся коршуны все. Прям на мне появилась. О, а вот и типы. Где я типы? Как раз забираю. Кого сверху стреляли. Сверху стреляли. Меч забираю. Они сверху стреляют. Блин, меч, ребят, я говорю про этот, про бокс. Чё вы не бежите? Пойдем вместе все. Пойдем, пойдем, собирайтесь, давайте, подтягивайтесь. Вот я. Вот, дал 26, вот здесь вот на холме. Наверху. Ехал. Это, скорее всего, корифан, который хочет карточки собрать теперь. Вон, видите? Блин, эта фигня так не попадает. Он уже на другой стороне. Идемте и попробуем его. Да блин, чё не цепляешься? Ребят, погнали в зону. О, молодцы. В зону надо, ребят, срочно. В зону надо, ребят, срочно. Быстрее бегите сейчас в зону, идите. В зону надо, ребят, срочно. Все, давайте быстро зону, я сейчас умрем. Ну, она хотя бы мало просто все. Java добавил Discord канал. Сандерс, тебе говорю, и всем остальным, кто хочет присоединиться давайте к команде быстрее и поучаствовать. А мы сейчас будет, я один просто не справлюсь. Сейчас. Ладно, чтобы не умереть. Ну я-то уже в команде. Будет, я один просто не справлюсь. Ну ты этого тоже не знаешь еще. Я упал. И так, ты упал. Я пойду нашего. Господи. Еще. Что? Извините, я упал. Пойду нашего фиолетового резка. Где ты? Нашего... Стой. Извините, я упал. Я с дерева упал. Ты можешь? Там не было. Ну, ты прикалываешься, что ли? Эй, я тут. Ну, он упал, я решил. Залезай. У меня хилка есть, поэтому не волнуйся. У тебя хил есть, фиолетовый? Я крышу не сделал, блин. И что, у меня хилка есть, сразу бегите в зону. Ты за меня не переживай. Стой. А, у тебя баллон есть, да? Все, тогда бежим. Кого там так вибрирует безумно телефон? Блин, без понятия. Это у меня так. Капец, у меня даже хила нет. А, блин, мне кажется, мчится, вот так подохнет. Ребят, какую карточку? Все живы вроде, только надо резнуть. Ну, нет, у меня это, я его резаю. Где тут
типа и не вижу. Вон, вижу. Ребята, мне типа, у меня очень мало хп. Ты где? Метку кинь. Вот около зоны. Я сейчас скажу. Я синий. Если что, тут... Блин, ну серьезно. О, чё, у меня рядом. Боже, прям много. Иду к вам. Он меня взял. Тут раптор. Тут один только есть, кажется. Тут один чел, один. Я бот сзади, бот. Сзади, он звёздный мечом. Да ё-моё, зараза, их двое. Ой, господи, ребят, когда вы научитесь в команде играть? Вот все опять разбежались, кто куда, блин. Все опять, блин, я тут стою, легли. А жесть какая-то. Когда вы научитесь в команде играть? Все опять разбежались, кто куда, блин. Крашер, привет. Айдун 2000 Fortnite. Да, сейчас добавлю, друзья. Вижу только Саша. Ребят, кто хочет друзья, сами... Блин, господи, у кого там так... Ах. Мансур, у тебя ужас с микрофоном просто. Фу. Аж уши заскрипели. Внутри. Среднее ухо заскрипело. Так, ребят, кто хочет добавиться в друзья, кидайте, пожалуйста, запросы сами. Я ваши ники не буду сейчас на трансляции прописывать. У меня ник закреплен в чатиках, можно посмотреть и кинуть. Вот же типы бегают. Офигеть, он бегает просто. Он не просто бегает, он сторожается. Ну, просто ну, они да, так да. Заняты, что... Ну да, они даже его не замечают. Сзади. Блин, сзади. Беги, убегай, просто убегай. Не успеет, ей. Да. Ну, хотя бы... Блин... Там надо сражаться в таких ситуациях. Да. А не убегать. Ну, или хотя бы застроиться. Ладно, все, спасибо за игру, ребят. Да, спасибо. Погнали дальше. Дима, сейчас, ты только ребят, одну коронку защищаешь? Не буду сейчас тратить время, сразу первые три запроса принимаю. Джон, принял. Ты прям сидел, что ли, ждал? Да. А Снейк чё? Где? Обиделся, серьезно? Он выключил комп или что? Очень странно. Так, друзья, есть один момент. Мне придется исключить тебя. За то, что у тебя ник, который запрещен всеми платформами, и трансляцию, если увидят у меня отнимут и монетизацию, и забанят вообще. Поэтому даже больше не буду принимать. Мне приходится этот момент, скорее всего, вырезать из трансляции. Вот. Так, беру, кто у нас кинул сейчас в пати. Поэтому без обид, меняй ник. Этот ник, если об этом узнает Fortnite, тебя... Ну, как бы, если они проверят, или кто-нибудь стуканет, тебя забанят навсегда. Понял, да, почему? Там, где про попу. Именно второе слово, которое там написано, оно запрещено всеми платформами. Ну и словосочетание. Ну, я ничего не могу сделать, уже все. Следующую катку, может быть. Так, я проверяю, пока, ребят, не играл ли кто-нибудь из вас, быстренько. Арсений, Сефтер, мне кажется, что играл. Сейчас я проверю, если это так, то будем... Да, играл. Не готово. Арсений, я тебя вношу в черный список, я тебя не буду на следующую трансляцию добавлять в пати, потому что ты сейчас поступил некрасиво. Ты сейчас знаешь условия, знаешь правила и все равно добавлялся в пати. Поэтому я тебя исключаю. И следующий стрим ты точно не играешь со мной. Пока. Ну вот. Стоп,
Ребят, пожалуйста, не нарушайте условия. Я очень простые условия сделал, чтобы всем вам было по кайфу. Вам же самим хочется поиграть. Зачем вы два раза пытаетесь попасть не по правилам, при том, что когда вы не попадаете, вам обидно. Ну, я не понимаю реально вашего отношения такое. Так, Toxic Cat, по-моему, сегодня не играл. Да. Поэтому сейчас я предыдущую карточку, кстати, я не записал, кто играл, поэтому надо чуть мотнуть назад. Что за разрешение такое? Поэтому сейчас вообще на свой выбор возьму своего сына вместо нарушителя. Вот со мной поиграешь? Ты хотел, давай не морочь голову. Сейчас он пока быстренько. Every shop. Не записал. Sandlers. И Борбо сосиска. Все, принимаю Снейка. Сейчас. Ребят, давайте нажимайте готово, чтобы загружались мы. Я быстренько здесь сейчас посмотрю. Еще один ник пропустил где-то. Пиздак. Беттер. А, ага, вижу. Все. Все. Пожалуйста, соблюдайте правила. Друзья. Друзья. У кого включен звук? Токсик, у тебя включен колонки, что ли? Не, у меня просто микрофон не лучший. Я понял. Как тебя зовут? Давай я тебя подпишу. А то... Или ты так и хотел, чтобы я тебя назвал Токсик? Да. Имя... Я на прошлом еще стриме это говорил. Тогда я тебя так и напишу, только вот так. Токсик. Угу. Ты же знаешь, да, что это означает токсичный? Это не очень хорошо, ник. Конечно. Ты токсичный? Наверное, да. Самокритично. А что не слетело готово? Странно. А, это под... так бывает. Ладно, грузимся. Java. Так, сейчас прочитаю сначала предысторию. Всем пока. Java, осуждаю. Без рофлов, отец года в хорошем смысле. Спасибо большое, очень приятно такие вещи, но у нас с детьми очень интересные отношения, они ко мне относятся не хуже. Мне кажется, даже лучше. Ребят, все, кто кидал запросов, друзья, а вот еще два запросика, я всех принимаю, не переживай. У пользователя Айдун 2000 уже максимум друзей, не могу тебя принять. Тебе надо кого-то удалить, чтобы я тебя принял, друзья. Что? В смысле, меня не слышно? А, все отлично. Ты тоже себе купил эту эмоцию, что ли? Тебе подарили эту эмоцию? Как это? А кто это, Тём, скажи. Джону, кто-то подарил. А, ты подарил? Снейк Джону подарил эмоцию, а Джон на мороз выпал. Типа, я не знаю, кто это? Ай-яй-яй, бесстыдник.
друзья. Летим. Я походу здесь получу сейчас. У меня есть уже винтовка, если что. Пойдет. Опа. Опа, 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 опа. Вон. Смотри, какие негодяи, блин, да что ж ты будешь с ними делать? Они меня уже вон поматросили так. Мне нужно срочно хилиться. У меня бинты есть, но они не дадут, конечно, максимального эффекта ожидаемого. Да не лезет уже столько. Забери. Спасибо. Да ёлки-палки. Спасибо. За вами не поспеешь. Вы знатные лутоманы. Флаг? Иду к тебе тоже, чтобы тебе не было скучно. Так, друзья, я давно не делал объявлений, да? Так вот, давайте так, кто новенький присоединился, меня Дима зовут, мой ник Brother2S, у меня в ТикТоке и на Ютубе. Каналы, на которых я каждый день выкладываю новый видосик с фармом опыта. Обязательно присоединяйтесь, видосики помогут апнуть 200-й левел, у кого нет 100-го, 100-й левел. Очень быстро и легко. Поэтому не проходить мимо. А еще понедельник, среда, пятница. Пока такой график, стримы, но на этой неделе еще дополнительный стрим будет в субботу. В субботу будет розыгрыш, поэтому не забудьте прийти. Субботу выбрал специально для того, чтобы все могли прийти, даже те, кто ходит в школу, учится в университете, чтобы у всех была возможность. И что еще интересненького сказать? Ну, естественно, жду вас всех в Дискорде, чтобы мы могли продолжить общаться не только в рамках стрима, чтобы могли с вами совместно создавать контент. Присоединяйтесь к сообществу, к нашему пати. У нас уже там много, у нас есть команда разработчиков, команда проекта, поэтому если вы чем-то владеете, какими-то навыками, умениями, можете присоединяться, будете полезными, будем развивать комьюнити вместе. Пойдем, ребят, дальше. Ты хочешь еще побить эти? Но оно же не последнее, там еще будет много их. И тем более, что их можно не только здесь бить, можно будет в руинах еще.
Так, что, у меня сел телефон, что ли? Нет, не сел. Дима, у нас тут тьма. Очень интересно, почему у меня разный чат на компе и... Офигеть! Ребят, я вам скажу так. Я сейчас обнаружил, что у меня разные чаты в ТикТоке, на компьютере и на телефоне. Я на компьютере не вижу всех сообщений. Прикольно. Сейчас увидел, вот Сус пишет, ты лучше, не сдавайся. Буду держаться, буду. Спасибо большое за поддержку. Буду продолжать, буду держаться. Вот благодаря таким людям, как Мелмен, как Рубен, как остальные, кто просто смотрит, кто там не имеет, например, возможности поддержать это каким-то донатом или подарком, да, кто просто смотрит, вы тоже бесценны для меня, потому что ваши просмотры дают рейтинг видео, оно расшаривается, оно становится больше, потихонечку развивается проект, растет, так что, друзья, спасибо вам за комменты, за лайки, за ваши. В ТикТоке, друзья, расшарьте трансляцию, поотправляйте своим друзьям, знакомым. Вон там вот типочки, кстати, ребят, бегут. Мы в каменном карьере. Почему? Ну, тут все остались и... Офигеть. Ну, кто у нас командир команды? Кто у нас ведущий, скажите? Вы. Ну вот, очень странно получается. Минус один. Минус второй. Один остался на мосту, да, засал эти карифана. Или обходит, как думаете? Их точно было трое. Да блин! Окей. Вон он. Тут по мосту кто-то идет. Вот по этому мосту кто-то шел. Пати на хате. А где этот рассыпался, который внизу был? Ну вот как так получается, ребят? Вы опять далеко где-то. Ну что такое, блин? Ну вы же дети мои, вы же знаете, как надо. Ну что вы делаете? Я чуть на курицу не сагрился. А, сверху. Дал два раза. Дал три раза. Ой, их двое еще. Ребят, я, короче, мне хана. Они с этим дурацким мечом, опять эти дебильные добавления. То какой-то дурацкий удар деку, то еще что-то. Ужас просто кошмарный. Как можно сделать такое оружие, которое, блин, за две тыки убивает тебя мгновенно просто? Ты не успеваешь ничего сделать. Зачем просто, я не понимаю. Вот и сыграли, да? Все, спасибо за игру. Давайте, пока. Так, ребят, донатиков не было, поэтому сразу принимаю троих первых. Первый, GTA установка. Так, а я записал тех, кто сейчас играл? Нет, не записал. Кто, ребят, кто помнит, кто играл сейчас? Иван, можно со мной, если ты попадешь в пати? Я добираю рандомно пати. Вот три первых человека, которые прислали запрос, я добавил. Так, сейчас проверю быстренько, не играли ли вы. Зомби Джокер. Если играли, лучше ливайте сразу. Ну, по
крайней мере, с корявым почерком, который у меня здесь написан, я не вижу ни одного из вас. Окей, погнали, нажимаем готово. А пока зомби-джокер, GTA установка и Седатхиппо. Кто из вас с микрофоном? Скажите, как зовут? Сюда. Скажи ник и как зовут? Я зомби-джокер и я Егор. Егор. Супер, Егор. Принял сейчас какой-то запросик. Вот, зомби-джокер. Подпишу. Кто еще, ребят, с микрофоном, скажите, как зовут, или напишите в чатике. Я постараюсь увидеть и опять слетело. Гений комнаты, я веду стрим. Он написал, что делаете, я жду автобус домой, а я веду стрим. Сколько там время уже? Уже. Нормально, да. Друзья мои, всего 7500 лайков. Это прям безобразие какое-то. Давайте немножко натапаем. Ребяточки, был уже на прошлом стриме, или на позапрошлом, был уже рекорд около 50 000, даже чуть больше, по-моему, там получилось. А сейчас прям только 7,4к. Не поленитесь, натапайте чуть-чуть. Еще раз, ребят, правила попадания в пати. Я беру рандомно трех людей каждую новую каточку. Господи, пожалуйста, выключите звук, ребят, у себя на стриме или в игре, там, колоночки, потому что мне прям все в уши бьет обратно. Егор, по-моему, у тебя. Ты единственный с микрофоном. Это я уже выключил. Да, да, супер. Да нет, вот. нет. О, нет. Я тоже с микрофоном. Как зовут тебя? Лёха, приятно знакомиться. Если что, если вы вдруг не слышали, я Дима. Это да. Не успел, сейчас подпишу. Так, попасть в пати без очереди, без ожидания, без волнения можно с помощью доната или какого-то подарочка Fortnite. Если это подарочек большой, типа вот скин, как вот убивашка, которая сейчас у меня, это подарок на одном из стримов, то вы можете поиграть два раза во время стрима. Также и с донатом. Если он существенный, равносилен, там, равнозначен скину, грубо говоря, то можно поиграть два раза. Итак, давайте подпишу сейчас еще Седатхиппо, да, получается? Да. Лёха. А что за ник? Что он означает? Как правильно читается? А это на Xbox, там рандомный ник просто абсолютно. Это прикольно. Спокойный бегемот 4. Прикольно, я не знал, что он так пишет ники. Там, по-моему, вроде создать можно самому. А кто ливнул? Не ливнул, все. GTA установка пока не написал и не сказал. Ну, ничего. Дима BXBX, привет. Привет, дружище. Напишу тебе даже сейчас. Привет. Куда летим, ребят? Есть идеи? Или... Давай, сейчас я посмотрю, есть у меня задание или нет. Ладно, полетели вон. Три метки уже есть, что мне решать. Слушай, как ты находишь карты по столько опыта? Долго ищу. А, ну красавчик, помог. Бывает, с четвертой только попытки записываю карту. А до этого три попытки, либо нерабочая карта, либо там дают совсем фигню какую-то. Поэтому это непросто. Очень много времени на это уходит, если честно. Ну, зато спасибо и на этом. Много опыта. Круто. Я очень рад, что видео помогает. Очень сильно. В этом была цель. А у тебя сейчас какой уровень? У меня 116, но я в Fortnite не играю. Прикольно. Это чисто так иногда заходишь? Ну да, да. Я тоже играю. А с какого сезона играешь? С прошлого, с середины июля. То есть ты только с этого сезона играешь, да? Ну, прошлый сезон, середины июля, я успел его до 200-го апнуть левел, взял все скины в боевом пропуске и... Это второй мой сезон, считай. Ну просто я не полный прошлый проиграл. А. Окей. Месяц только прошлого. Ну, чуть больше, там месяц и, наверное, неделя получилось.
Помпа есть надо? Да. Обычно? Ну, ну зеленый, зеленый. Ну, нормально, у меня серенький эксперт. Юспик клевый. Это топ-1, парни, я вам отвечаю. Давай посмотрим. Если мы не будем разбегаться, будем держаться все рядышком, мы будем... Это да. Команда играть, то, конечно, шансы всегда есть. Причем вообще не важно, какое пати, если делаешь все. Так, что там с помпой? Метка... А, вот, ну возьму зеленую фигню вот эту. Возьму с собой. Стоп, а ты до этого вообще играл в Fortnite? Ты вот знал об нем? Да, я знал о нем. У меня малым подарили на прошлое Рождество компьютеры. Это Рождество по-немецки 25 января, которое. Вот. О, mm-hmm. Ребят, юспик отдаю, потому что мне нужен был автомат, беру автомат. Кто ячейку возьмет? Очень, ну, очень классный пистолет. Блин, пистолет реально огонь, жалко. Такс. Сплэшики есть, если надо. Что есть? Сплэшики, если надо. Маленькие. Ай, я ушел, оказывается, я ушел от вас. Сейчас я приду. Да, пойдем сейчас в сторону нашего контракта. Вон у нас есть кружочек. Без проблем. А, туда хорошо. Погнали, ребят, найдем его. О, пойдет. Турелька, конечно, вещь, но сейчас. Это рыбка. Походу, он в АФК где-нибудь в море плавает. Ну, наш типа контракт. Того. Очень похоже. Убегает, наверное. Ну, просто он же был ближе. Да нет, вроде. Вот ушел. Нет, ладно. Мне кажется, так и был. Возможно. Есть таран, ребят. Вот это он мне нужен, да. Там, где автомат отметил, там таран. Я его взял, да. Мощная штука. Просто куда он может убегать? А, слушай, двигается, но правда очень странно. Сейчас я прям за ним полетел. Нам нужно, кстати, понимать то, что он не один, а со складом, поэтому... Если он просто где-то плавал, барахтался, то, скорее всего, он один. Ну, не знаю. Сейчас попробуем поискать. Ну да, двигается вроде. Уходит, уходит от нас. Уже там вижу стрельбу, значит, скорее всего, где-то уже он со своей бригадой. Слушай, ты каждый день стримишь? Через день. В понедельник, среда, пятница, но в эту субботу тоже будет стрим, сделаю розыгрыш. Ну, смотри, вот в одной и той же трансляции два раза нельзя попасть. А вот, вот, например... Есть такая возможность, но она, ну, она, да, выделена именно чем-то особенным. То есть, если это донат какой-то, вон вижу, ребят, да. Сейчас. Дал сколько-то там, я не увидел даже. Просто смотри, если я сейчас на следующую трансляцию зайду, это можно будет так сделать? На, в смысле, в этой трансляции на следующую игру? Нет, нет, в другой трансляции просто зайти к тебе еще раз. Ну, если попадешь, да, я же рандомом беру, я же не... Хорошо. Никого не фиксирую в списке, там, в очереди. А я и на мне. Так, погнали. Ой, все, хорош. Бьет. А, так это боты. Да, скорее всего. Все, мокнул. А, тут почти теперь нельзя.
О, так у него нормальный такой лут. Может, и не боты, может, просто так играю. Ну да. Мы тоже иногда играем как боты. Жалко. Что сказать? Бывает, что-то не складывается просто. Ну ладно, сейчас я вам тут помогу занять топ-1. Опа. Так, сага, понял. Кусты. На дереве. О, вижу, вижу, да. Снайпой, да? Поставь метку поставь. Я не вижу, где... А, вот вижу. Вижу. Ай, нам закидывают. Да, на меня прям прилепили. А, турель. Да, нормально они нас атаковали. Сейчас. Я тебя тогда сейчас подниму. Вряд ли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Они не отстанут. Блин. Ага. Не слезут с нас. Их реально дофига. Ну, в смысле, дофига. Они пати, они со всех сторон, видишь, нас заспамили просто. Один со снайпы заснайпал, другой с липучки заспамил. Третий на таране прилетел. Такой вопрос, откуда у них мифическое оружие? Они же только что пришли с этого, с хранилища. Оно было рядом, что ли? Да, да. Это в творку обычно играешь? Нет, не играю, она жрает лимиты на опыт, я потом не могу записывать карты. Артём Литвинов спрашивает, вы еще в эфире? Прикол. Да, еще в эфире, но уже скоро буду заканчивать. Наверное, сейчас последнюю карточку сделаем, друзья, и все. Давайте тогда, спасибо за игру, ребят. Сейчас соберу карточку, прочитаю, что у нас в чате. Брат, пошли на ФНКС вместе. Не уверен. Когда мне уже мои 500 V-баксов дадут, Пульча пишет. А кто должен-то дать, Пульча? Скажи, мне интересно, может мне тоже кто-то там даст? Ты покупал или как, или что, где? Так, Рузик, раз. Погнали. Дальше. Классный танец. Ребят, жду заявочки в пати. Давайте посмотрю, кстати, заявочку в друзья. Может, да, появилась, вот вижу. А, это которые с максимум друзей. Я не могу тебя добавить. Не знаю, зачем ты кидаешь. Ты наверняка знаешь, что у тебя переполнены друзья. Наверное, чтобы показать, какой ты дружелюбный. Или ты не знаешь тогда. GTA установка 12. Записываю тебя в черный список на следующую трансляцию, потому что раз, ты мне прислал приглашение в твое пати, а не ко мне добавился. Два, ты уже играл сегодня. И все равно шлешь приглашение в пати. На стриме я играю только один раз, ребят. Поэтому пока. Так, сейчас я тебя запишу, чтобы не забыть. Все. Следующий стрим я с тобой не играю. Ребят, придется такие меры предпринимать, потому что по-хорошему вы не понимаете, когда с вами по-доброму говоришь, просишь. Вы не понимаете. Вы сами же увеличиваете. Рузик, вот опять, видите? Скарлетт, присоединиться. Окей. Еще один запросик, друзья. И все. Тёмыч, извини, так вышло, что есть еще, видишь, кто присылает приглашение в свою пати. Еще и тот, кто уже играл. А чё Тёма... Ты попрыгушка, ты чего туда-сюда, туда-сюда? Оставайся уже. Ты не играл сегодня? Давай проверю, а то может ты играл просто, поэтому не можешь определиться. Да, нет, вроде не играл. Тут, правда, так коряво все написано, что не всех разобрать могу. Что, друзья, я еще жду одно пати, одного чувачка в пати. Давайте. И пойдем. Последнюю карточку поиграем. Ох.
Что можно? Залетай, если успеешь. Дёсь, ну некрасиво. Но он же попросил. Девять тысяч уже сердечек на трансляции в ТикТоке. Спасибо, друзья. Давайте еще чуть-чуть поднапряжемся, еще чуть-чуть на фарм. Беру Супермакс, это мой младший сыночек. Он мне сегодня прислал подарок. И он уже играл один раз, но беру еще на последнюю карточку, потому что никто из вас не прислал свой запросик. Все, погнали. Нажимаем готовы, друзья. И будем играть. Артём Литвинов, это Рузик, правильно я понимаю? No names, с других устройств не считать нельзя. Это никак, ну, твой ник-то есть везде одинаковый, правильно. Получается, все равно не прокатит. Шиду, Феди... пишет еще и тот, кто я прислал уже приглашение, посмотри. Сейчас посмотрю, я же уже добавил всех, кто прислал. О, еще три запросика, друзья. Еще три запросика. Супер. Да блин, не могу. Как? Отклонить. Все. Нажимаю отклонить, потому что не могу тебя принять. Да все уже увидели. Весь стрим уже увидел, какой он крутой. У него так много друзей. Не знаю, зачем. Нет. Все. Уже присоединиться нельзя. У нас полная группа. А, подожди. Как это полная? А где еще один человек у нас в группе? Нас трое почему-то. Супермакса я вижу. Не, ребят, давайте выходим в лобби. Надо четвертого. Мы в командной этой, в смысле, у нас квартет должен быть. Иначе мы втроем будем против четверых. Артем, Рузик в матче. Суперматч. Скарлетт, что случилось? Чего не попал в игру? Давайте еще раз нажимаем. Готовы все? Не загрузила тебя. А, ты с телефона, может, у тебя просто задержка была такая лютая. Но мы уже собирались там улетать. Нажми готово, Скарлетт. Пинкман 05. Когда еще стримы будут? Стрим будет следующий послезавтра в пятницу. И потом в субботу стрим с розыгрышем будет. Та-да-да-дам. Красавчик, сел в автобус. Хоть домой в автобус сел? Хоть в тот, который надо? Ту-тру-ту. Что, мои хорошие? Уже близится к концу сегодняшний стрим, да? Мелману прям вот записал на следующий стрим, прям вне очередной пати. Мой генеральный спонсор вместе с Рубеном. Плюс есть еще вон у нас Папирус, Джава, Тимахра возглавляют табличку донатеров. Десервин Fallout, тот же Тимофей Про 28, Кортикс. Кстати, Кортикс, ты уже не на первом месте. Папирус. Папируса давно не видел уже, кстати, на стримах. Что-то случилось, что-то он не играет. Почему-то. Надеюсь, что все хорошо и в скором времени вернешься. Ну что, на карьер хотите опять? Ну да он далеко, давай ближе, или руины, застроенная заводь. Вот, давайте на руины, погнали.
гений комнаты пишет, что будет играть на следующем стриме. Если попадешь в пати, то будешь, безусловно, но я тебе никаких обещаний не даю, заметь. Сейчас никакой в список я не вношу. Если получится, то ты будешь играть, если ты попадешь в пати. Либо рандомно, либо там с помощью доната, подарка, это уже такое, упс. Ну, начинается, блин. Почему здесь нет сундука? Безобразие. Что это такое? А, вижу. Попал по нему. Красава вообще. Опа, 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 опа. Смотрите-ка, а. Ребят, видите, да, там вон? Жулик. Минус. Да иди ты, блин, я же сражаюсь. Ну ты что, не видишь, что ли? Ёлки-палки. Боты опять. По-любому. Надо его добить. Пойду сейчас. Рузик, ты уже сам, да, пошел туда? Вижу типов, вон. Все, минус. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Сейчас я быстро тут соберу патрончики, посмотрю, что тут есть у этого типочка. Грязная история. Что там, кому-то помощь нужна, ребята, или все хорошо? Ага, Скарлетт, карточку надо взять. Ребят, прошу вас, пожалуйста, не разбегайтесь. Давайте будем командой держаться. Давайте будем вместе сообща сражаться со всеми. Скарлетт, у тебя там... как дела вообще? Там рядышком вроде бы должен быть кто-то. Где? Рузик, Супермакс, где ты? Да ё-моё, почему ты опять в хранилище, когда там никого нет? Максим, в чем дело? Я больше не буду тебя брать в пати, серьезно, я тебе обещаю. Скарлетт, как ты, блин, там оказался? Офигеть, это же очень далеко, блин. Ты на приколе 500 метров. Вот скажите мне на милость, почему я должен сейчас топать к нему, который улетел от всей команды, так далеко и подвергает сейчас всю команду опасности. Вот, объясните, друзья. Напишите в чатике, что вы думаете по этому поводу. Бросить его или спасти? Так в команде не играют, друзья. Так нельзя, когда ты идешь в КБ четверки. Так играть. Хочешь куда-то полететь сам? Пожалуйста, вперед. Одиночная игра и лети куда хочешь. Но нафига брать и портить всем малину, скажите. Мы хотим, например, сделать коробочку взять. Хотим победить в этой игре. Мы играем вот втроем, вместе, рядышком, чтобы были шансы. Да? Скарлетт. Не подписывайся.
записан, скажем так, я не знаю. Либо мы играем первый раз, либо просто человек от микрофона, и я из-за этого не могу подписать ник. Хочу вот эту штуку, если у кого-то есть ключик, ребят, можете взять. Есть ключик у кого, нет? Порещусь в ключ, конечно. Супер Макс, мы ждем тебя, чтобы собралась вся команда вот возле фургона Возрождения. Фургона Возрождения, давай, сейчас. Тын-тын-тын-тын-тын. Скарлетт, еще улетишь куда-то, мы за тобой больше возвращаться не будем, предупреждаю сразу. Потому что нам сюда совсем не надо было. Супер Макс, ты где? А? Да не, вот здесь уже давай сейчас, ребят, здесь. Подождем. Скарлетт, давайте с Рузиком идите сюда. Привет. И меч уже надыбал себе, и лут себе налутил. Ой, какой ты молодец. Какой ты умничка. Ребят, идете хилиться или нет? Да блин, вы чего застряли, Рузик? Скарлетт, идите сюда. Что, блин, происходит? Нет, не бежим обратно. Сюда, за мной бежим, пожалуйста. Вон на розовую, на фиолетовую метку. Вот в ту сторону. Нам нужно в зоне. Вот на тачку садимся, чтобы вы не разбежались опять. Поехали. Ой. Привет. Виолк Полипик. Да, блин, вот видишь, как, к сожалению, не каждый понимает, что такое игра в команде. Ну, выбирать не приходится, играю со всеми. И надеюсь, что будете потихонечку учиться, и нам будет кайфовее и кайфовее с вами играть. Я поставил себе цель в этом сезоне взять 50 короночек. Что-то мне подсказывает, что... Да ё-моё, вот я тормоз, надо было машину оставить. Ну ладно. Мась, ты там с кем-то сражаешься, что ли? Почему я до сих пор... А, всё, выстрела больше не вижу. А, сразу рассыпался или еще добивал, да? Значит, будет корефан. Да ладно. Пойдем флаг поднимем здесь сейчас. Чекнем территорию, если где-то рядышком есть какие-то типы, сразу их... О, устраним. А, ты в хранилище открыл? Ребят, кто хочет в хранилище пойти взять что-то из лута? Только не открывайте сундучки, я сейчас открою сам, и вы возьмете лут, который вам надо. Мне надо задание, не знаю, правда, может я выполнил. 7 сундуков в одной катке надо открыть. А, открыть сколько-то там. Да блин. Ребят, у меня тут гости, кстати, внутри, если что.
Ну так-то... Прости, конечно, что не сказал. Виноват, исправлюсь. Такую фигню возьму. Все, мне здесь больше ничего не надо. Наверное, я эти задания уже давно повыполнял, просто поэтому они не выполняются. Флаг подняли наверху? Нет. Скарлетт, опять хп нет. Никого, да, рядышком? Ну, прекрасно, значит, пойдем сейчас дальше двигаться. О! Опа, слышу, слышу, слышу. Что это он сидел, получается, нас выжидал, что ли, а потом подскочил или как? Понимаете? Это что за дела? У нас прям под носом, что ли? Попробуем, давай, конечно. Нет. А где реслка вообще? Кто знает? Она же в воде вроде, насколько я помню. Я видел здесь выстрелы. Кажется. Но мы в зоне же сейчас. Вот реслка, вот они здесь. Выстрелы вон там правее где-то были. Ладно. Все, здесь... А, вот есть, вот, вижу. Да блин. Серьезно? Попасть не могу по нему, по ползающему чуваку. Бред какой-то вообще. Но у них корифан еще должен быть по-любому где-то. Боты, это не боты, они вон не рассыпали сразу, значит, у них еще есть член, тиммейт какой-то. Ребят, синий автомат здесь лежит, если нужен кому-то. О, вижу. Кого бьете, ребят? Ого, 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 ого. За деревом. Нормальный типуля, кстати, был очень даже. Ты разбился? Что?
Я не знаю, что за чип. Ребят, давайте рестим Супер Макса. Три урез вообще быстренько, раз. И все, без постройки даже можно было. Да, да. Спасибо тебе, сынок. Круто. Сейчас посмотрим. Так, я не понял, что трансляция, что ли, на ТикТоке закончилась? Нет, это еще идет. Идет, да. Да почему ты там, Максим, блин? Твою дивизию, мы здесь все. Там никого нет, почему ты там? Класс, короче. Блин, балбес, реально. Я просто злюсь, реально, очень на тебя сейчас. Да короче, просто сейчас сдохну здесь из-за... Зашибись. Максим, ты больше со мной не играешь на стримах. Всё. Я предупреждал тебя, поэтому все, ребяточки. На этой печальной нотке буду заканчивать стрим, потому что я прям злюсь сейчас на своего же сына, потому что у меня постоянно с ним проблема. Он все время убегает куда-то. Я ему каждый божий день об этом говорю. Мне каждый день клянется, что больше так не будет делать, и каждый день повторяет одно и то же. Я не знаю, что с этим делать. Я его обожаю, конечно, но он ведет себя иногда ужасно. Нет, ты подставил всю команду сейчас в этой игре. Всех, вот и Артема, и Скарлетт, и меня. Всех ты подставил сейчас тем, что ты убежал от нас. Все. Нет, сына менять мы не будем. Я думаю, что он все-таки исправится, что он все-таки поймет. Вот. Ребят, спасибо большое, что были со мной. Спасибо за просмотр, за игру. Все, на этом я с вами буду прощаться. Рад был с вами повидаться, поиграть. Спасибо за подписочки, за лайки, за комментарии, за подарочки, за донаты, за все, короче. Вы самые лучшие. Пока.